Так, запись-то пошла. Тариито, блин. Кно. Тариито. Атари. Если что, Atari это такая компания или там приставка была такая, Atari. Так, ну что, всем привет еще раз. Это Stone Crush. И это Genshin Impact. Продолжаем Genshin Impact, в общем. Что-то я заговорился. Это Genshin. А, это Genshin. Это Genshin. Тара-та-та. Сейчас понял, London Goodbye. Но Genshin еще не гудбай. Поговорите с Чэнь Сян. Лучшее лекарство. А что за квест? Подношение адептам. Предложить вкусный суп из украшений, чтобы вновь встретиться с хранителем облаков. Вы должны сделать подношение. А у тебя есть? Там книжки дают. А сегодня какое задание, легенд? Ну, сегодня следующее. Сейчас, подожди, я с рудников. С рудников всех заберу. О! Беннет уменьшает длительность экспедиции в Манстаде на 25%. Кто? Беннет. А я Беннета в Инадзум, по-моему, отправил. Нет, в Льюэ вот. А зря, он из Монстада. Ну теперь я понял, что зря. Сейчас я его отправлю в Монстад. Беннет в Монстаде уменьшает. И Кэю туда. Так, в Льюэ у нас Чуньюнь. Тому и в Инадзуму мы отправим Рейзера. Так, боевой пропуск. Осталось 3250 очков боевого пропуска. Еще два босса одолеть. Соберите в общем 12 звезд Витой Бездны. Да это не надо, не обязательно собирать. Я думал, все надо собирать, а оказывается не обязательно. Лучшее лекарство всегда горькое. Хун Доу, дочь Чэнь Сян, не хочет принимать лекарство, но возможно немного миндального тофу сможет убедить ее. А у меня есть миндальная тофу. Это не показывает. Иван в сети. Окей. Ну, Ивана пока мне и пригодится. Мне надо еще в чайник зайти, блин, я забыл. Так, я зашел. Ну подожди, у меня еще чайник. Чайник? Да, я в чайник сейчас зайду. We have put in... Готовить декор. У нас тут декор. Дедкор. Так, я почти Диона докачал до 60-го. Стол совещаний Фавония. Давайте вот этот стол. Еще что? Что мне еще сделать? Так. Какие новые предметы есть? Вот темный клетчатый потолок. Я могу сделать это. И могу вот это сделать на ткани и красной краски. Ткани, я думаю, наделаем. 100 ткани. Этого хватит, я думаю, 100 ткани. Давайте сразу наделаем 100 краски. Не делайте по 20 раз. Давить. 1200 этих. Чего это только, не знаю. 100 краски, короче.
И этого 100 краски. Жесть, я насобирал всего. А, мне сейчас надо эти собирать. Одуванчики. Угадай, на кого. Так, темный клетчатый потолок. И восьмисторонний фонарь «Счастливый день». Счастливый день. Какой счастливый день. Какой счастливый день. Какой счастливый я. И песенка моя. Так, сокровищница. Все у вас там нормально хоть работает? Так, круглый стол из красного кедра только купить можно. Купим, ладно. Так, все, да? С этим чайником закончили. О, добавить свет. Достижение. Изготовьте 200 красок. О, не зря я по сотне изготавливаю. А 1000 красок есть? Я и 1000 могу изготовить. Итак, получите в общем 1000 единиц сокровищ обители. Уровень 41. И изготовьте в общем 10 предметов декора. Уровень 42. О, книженцы. Материалы для улучшения. А вот это как получить? Справедливость вот эту. Что получить? Вот это как получить? А, это боевой пропуск. За деньги. А сколько это стоит всего денег, если это за деньги покупать? 1000? Так. 2000 осталось боевого пропуска. То есть, если я одолею боссов, сделаю покупки в чайнике. 2000, а как я 2000 наберу? Я не смогу 2000 набрать. Так, что я хотел? А. Крио гипостазисы надо бить. Ну ладно, тут не надо бить уже. Одуванчики надо. Окей, заходи в мой чайник. Ну мне нужно просто для ПП. А что за ПП? БП, боевой пропуск. А чё там? К духу что ли зайти? Бродячему? Да. Так он сейчас, не приходит. Он приходит только в субботу, воскресенье. А, ты чё, ты серьёзно? Жаль. Я думал, он его всегда можно. Нет, нет, не всегда. Он у меня как будто всегда просто появлялся. Так, прокачать оружие. Пробудить-то можно? А, стоп, пробудить, блин. Да дай ты мне хоть что-то сделать. Я сейчас должен буду, наверное, самоподавление включить. А, включи. Не слышал этих задних звуков. Так, прокачал меч. О, сейчас можно еще меч прокачать. А где этот меч сейчас? А, когда другие говорят, да? Вот это? RTX Voice, попробуй. Так, Юлька у нас уже 60 уровень оружия, но надо Юльке еще. Надо Юльке вот это. Семена одуванчика.
Надо поговорить с Чэньсасян. Давай, Чэньсян, поговорим с тобой. Чё ты мне скажешь? Хундоу. Мне нравятся эти имена. Блин, я не так хотел включить. Я чуть не нашел. Доу-доу, будь хорошей девочкой, скушай лекарства, тебе сразу станет лучше. А что такое? Высадиться? Нет, не хочу, не буду, невкусно. В чем дело? Привет, путешественницы. У нашей Доу-доу слабенькое здоровье. Господин Байджу прописал ей вот это лекарство. Байджу. Сразу вспоминается Dreamful Chapters. Байджу. Но она отказывается его принимать. Ей не нравится вкус этого лекарства. К сожалению, все травяные лекарства очень горькие. Она соглашается пить лекарство, только когда я пообещаю миску миндального тофу. Путешественница, если у тебя найдется минутка, принеси мне миску миндального тофу, пожалуйста. Я останусь здесь, чтобы убедить малышку Доу-Доу. Хорошо, что у нее за болезнь? Привет, Доу-Доу, ты почему не хочешь пить лекарство? Хорошо. Спасибо, малышке Доу-Доу хватит одной порции. Миндальное тофу. Я не хочу лекарства. Привет, Доу-Доу, ты почему не хочешь пить лекарство? Оно такое горькое, а вот лекарство совсем не горькое. Доу-Доу, с друзьями просто притворялись. Они пили не настоящее лекарство, а сладкую воду от миндального тофу. Значит, мне не станет лучше от миндального тофу. Придется пить это противное лекарство. Хорошая девочка, когда ты поправишься, ты сможешь есть все, что захочешь. Почему они не могут сделать лекарство со вкусом миндального тофу? Это нечестно. О, бедная девочка, путешественница, пожалуйста, принеси мне порцию миндального тофу. Так как тебе отдать-то миндальный тофу, Чэньсян это? Получилось найти миндальный тофу? А у меня его нету. А где его взять-то? Так. Так, Василий, где миндальный тофу взять? Вам нужно лекарство? Миндальный тофу, давай. Рецепт яичный суп из лотоса. Я куплю этот рецепт. О, стеклянные колокольчики можно купить за 1000 монет. Брать стеклянные колокольчики? Да, наверное, возьму 5 штук. Всего 5. Пофиг, 5000 монет. Не так жалко. Я на руднике отправляю, забираю эти 5000 монет. У меня есть мужики, которые на рудники ходят. Так что 5000 монет, это нормально. Ежедневные рудники. Так, а где может быть миндальный тофу? Что это такое? Миндальный тофу. Где его и где его найти? Иванович. А это кто? Миллилит. Большой кунь. Я сначала прочитал большой конь. Хун Юй. Хорошее имя, да? Хун Юй. А где взять миндальный тофу? Так, чертеж я не могу купить до сих пор. Лук северянин, двуручный меч северянина. Двуручный меч северянина бы посмотрел. У меня, кстати, 2 в наличии. Предсказатель. Где миндальный тофу взять? Слава. Что? Я в 16 раз сидел. Чего? Я говорю, я в 16:20 уйду. А миндальный тофуль будет? Тофуль? Миндальный тофу. А, ну его же вроде можно изготовить. Приготовить. А где его готовить-то? Где кухни? Ну, в Манштате есть. В Люде есть. Там кухни есть. Ладно, пойдем готовить этот ваш миндальный...
Тафандей. Тафари. Мне еще надо эти, блин, дуванчики. Угадай, для кого? Для Юла. Ну да. Но дуванчики не только для нее нужны. Я знаю, для Джин. У меня ее нет, так пофиг. У меня тоже. Сколько бы я ни реролил аккаунт, она мне не падает. Мне еще надо смолу потратить. Даже кетцин выпало, но не джин. Кетцин не выпадало. А, вот где дуванчиков можно набрать. И на основном, конечно, но выпало. У меня моно не на основном. Это до конца залпы запасных. Не на американском. И не на Европе тоже. А чё, можно создать еще один? Да, на Европе еще один. Извиняюсь. Ничего. Чё-то кашель начался. Внезапно. Да блин, Шофи, иди отсюда. Не, ну в Геншине у меня побольше урон, чем в Ганфоле. В Гадфоле. Да, в Гадфоле. Ну слово гад. Бог это гад. Гад. Ну да. Так, один остался. Один остался. Одно семя осталось. Где взять еще семя одуванчика? Бог это гад. Бог это гад. Понимаешь, да, сам как это слушается? Да, я знаю. Ну, для меня это нормально. А, вот. Нашел. Все для Юли, для Юльки нашел. А мне для Хутау нечего искать. А чё там для Хутау надо? Уже ничего. Иван говорит, ты все книги слил впустую. Ничего они не слились. Они так и остались. А, я думаю, он про меня. Так. На, хоть посмотри, как Юлька бьет. Ну, Хутау еще очень не скоро будет. Наверное, месяцев 6 или 7. Может, даже год. А сколько Хутау с кем качаешь ты Хутау? Ходишь на этих, на Пир Орхидей? Это... Бена там. У меня две девочки в отряде и два мальчика. У меня не будет такого равноправия. У меня будет как в Байонете. Так и будешь вспоминать эту Байонету? Ну а чё её не вспоминать, если я её люблю? Прошёл её на платину. Вторую часть хочу пройти. Но её не на ПК нет, её только на эмуляторе. Это всё, по-моему, прошёл. Ты покупаешь хуй игры? Так, иногда покупал. Сейчас нет, да? Mortal Kombat X у меня куплен. Hollow Knight у меня куплен. Bayonetta у меня куплен. Короче, всякие вот эти вот игры, которые ты любишь, они у тебя куплены, да? Да. О, второй уровень дружбы, Диона. Есть к чему стремиться. Да, игры, которые я считаю качественными. Они это всякая пиксельная непонятная мишура, которую сейчас расхваливают. Или всякие рогалики, типа там всяких Убхира, черной книги. Когда там еще было-то? Да, если бы Геншин был платный, его бы все с браузера скачали. Яичный суп.
Ты знал бы об этом? Да я знаю, что можно его скачать с браузера. Его раньше, и когда он только появился, его и скачивали с браузера. У тебя вообще на работе через калькулятор запускает. Как он это делает, я вообще не понимаю. Я видел, как Doom на бензопиле запустили. И на тостере, и на холодильнике. Doom запускают везде. Doom сам популярная игра, где запускается она. Во многих местах она запускается. Блин, мне надо пройти будет этот хребет. А я так и не понял, где тофу. А на мясоновке. Изготовить этот долбанный тофу. А на микроволновке тоже? Ивановский? Нет, микроволновки. Ну если там есть телевизор, то можно. Где на любом устройстве, где есть экран. Можно запустить Doom первый. А я думал, Марио. Да Марио тоже запустят, я думаю. Ну первый Марио. Да. Я проходил на 8-битной все Марио. Все-все-все? Все, которые есть. Почти все. Ну там тайм-машин, но она неинтересная. Марио Миссинг проходил, но она тоже такая себе. Ну, номерные части лучше. Вот Boss Levels не проходил. Но она это уже... Ну, это просто как дополнение к первой части. Хотя ее второй частью считают в Японии. Но в Америке она не вторая. А так Марио у меня на очереди SNES-овский до сих пор не пройден. На Super Nintendo. Блин, меня не хватает этих... Бабочки, где бабочек взять? Где взять тофу? Где взять бабочек? Где все это найти? Ресурсы кончаются. Где тофу? Поручение выполнено. А, все, я все поручения выполнил. А, вот миндальный тофу. А это что такое? Скоро ивент должен появиться. А что это такое, вот эта штука? Какая штука? А вон. Вообще речь. Это миндаль или чё это? Чё это такое? Вон, не хватает мне. Я не знаю, что это. Может, у тебя есть? А вот рецепты. Рецепты можешь купить. Мятное желе. Давайте скупим рецепты. Блинчики к чаю. Сливочное рагу. Скидка, кстати, у нас сейчас. Печенька. Рецепт с морепродуктами. Обжаренные мацутаке. Расти гора. Хрустящие креветки с картофелем. Так, а чё вот это такое? Это не рыбацкий бутерброд же. Слушай, засел, даже мне понравилось играть. Так что я думаю, когда ты в задание легенд поиграешь, тебе понравится. Мне в Джун Ли понравилось играть. И что? Меня не убедило. Все равно. Женский отряд. Так, может, у тебя есть? Чиха. Вот у тебя эта штука есть, а у тебя нет нифига. А что это такое? Блин, я не могу выполнить эту долбанную ежедневку. Мне надо миндальный тофу где-то взять. Приготовить я его не могу, какого-то ингредиента не достает, а я не могу посмотреть, какого ингредиента. Вообще офигевший.
Не то слово. Я теперь думаю, что делать. Столько времени сейчас потрачу. Блин, это ж такое чище хочу сильно. Ну хотя бы Юльку подкачал немного. Что, Юлька? Хотя бы подкачал ее немного. Понимаете. Может тут что-то есть? У хозяйки у дома Яньхан. Самое легкое сокращение это монстр, да. У тебя есть намного дороже обычного. А кто сказал, что в чайном доме должен продавать только чай? Такие глупцы, как ты, не должны причинять неприятности в нашем городе. Сходи лучше в какой-нибудь ресторан или послушай оперу. В некоторых местах тебе не рады, например, здесь. Если ты немедленно не покинешь помещение, мне придется попросить охрану проводить тебя. Нифига ты... себе, он обалдевший. Это она. Это Чу... Чу И. Вообще обалдевший. Вот так вот, вот почему я не очень люблю Льюи. Это что мне тут не рады. В Манстате это все, все рады мне. Да. Я хочу что-нибудь купить. Я Льюи люблю, потому что... Вот оно, миндаль. Миндаль. Я Льюи люблю, потому что там есть хутан. Да понятное дело. Я куплю 10 миндаля за 1000. Короче, это миндаль. Наконец-то. А где здесь кухня? Я не хочу в Манстат идти, я хочу здесь готовить. Я сейчас две кружки буду крутить, одну ивентовую, одну синюю. А, вот она кухня. Миндальный тофу. А кстати, на 43-м уровне мне дадут 240 тысяч мура и 80 тысяч мура. Нормально. 43-й уровень уже? А чё так? Как так 43-й уровень, если у меня было на 1000 все максимум? Я не знаю. Какой-то бред. У меня-то все было на максимумах, а... Сейчас боевой пропуск у меня сколько? А, у меня... А, 43-й, да, будет. У меня 42-й. Всё, получить. На 43-м... Да. У тебя будет 240 тысяч моры, да. А мне только 80. Так ты купил себе боевой пропуск. Сколько он стоит, хоть не секрет? И чтобы хутало было довольно. 900 рублей всего лишь. Ну... Всего лишь, угу. Всего лишь. Или 700. 700 или 900? Ну, это все равно для меня. Мне жалко такие деньги тратить. Ну, один школьник в Fortnite потратил 1650 рублей на боевой пропуск. Ну и флагманчики. Так получить скинчики. Выполните 3 просьбы жителей. Не хочу, но придется. За скинчики, понимаешь? За скинчики 1650 рублей. Получил вот найти миндаль тофу? Да, я его сам сделал. Нашел из пыльной кладовки. Нет, я не хочу. Если выпьешь лекарство, я дам тебе миндальный тофу. Миндальный тофу, но мне сначала надо выпить лекарство, фу. Доу-доу, пожалуйста, будь умницей, выпей лекарство, и тебе станет получше, а потом тебя ждет миндальный тофу. Фу, если доктор Байджу такой умный, то почему же он не придумает лекарство вкусом миндального тофу? Фу. Наконец-то я... Девчонка-то это? Да. Ну, а ты что, любишь горькое лекарство? Да, мне все равно, главное, чтобы вылечило. А, вон как. Это радует. Я не брезгливый. Так, задание выполнено. А прививку-то ты... Прививку-то ты будешь ставить от ковида? Не знаю, мне
таком возрасте, когда ее не ставят. Ну да. Нет, нет, в следующем году будут ставить. Так подожди, ты еще до следующего года достигнешь. Так, а через месяц уже? Через полмесяца следующий год. Я знаю. Дожить надо, говорит человек, которому, блин, который младше меня, дожить надо. Это вот мне бы дожить. Так, ломай, ломай, ломай. Да ломай ты эту фигню. Ну за них морду дают, как их не выполнять. Я не знаю, что сейчас тут можно зайти, чтобы мне золотая рука. Ай да ломай, ломай. Странно, что Антона не стало. Ладно, у меня есть Хутао. Ну, Антона Джин мне бы не помешал. Все, наконец-то. Так, ну мне надо все равно квест выполнять. Все, 40-й уровень. 40-й чего уровень? Боевого пропуска. Так ты сказал, на 42-м. Нет, я сказал, что... А, на 43-й вот... мне дадут мору. А, ты только 40-й уровень получил? Да. А у меня 42-й. Так, здесь синий лук ворона. Странно, почему у тебя уровень меньше моего? Как ты играл? Шляпа выпала. Каменный лес Хуагуан. Хуагуан. Мне как всегда шляпа выпала. Защитить монолит артерии земли. Как же я люблю такие миссии. Защити. Я не люблю защищать ничего. Я тоже. Я люблю только нападать. Ну и головоломки вполне себе. Какие-нибудь люблю, если они интересные. 569 тысяч. Идите сюда. Можешь пойти. Где-то. Альбеда. Кого ты там не любишь? Кею не любишь? Чичи говорят, бесполезно физический урон качать. Ну, можно их перенести. Но эти же качают китайцы. Да, ну Чичи быстрая. Да блин, ну чтобы ей урон сделать, ей надо такую прокачку сделать, что задолбаешься. Не, ну там показал простая прокачка, всего лишь нужно на максимум все прокачать и все и просто без всяких вот этих. Парево. Ну там C6, конечно, созвездие. Прокачка простая. Да, вообще. А вообще-то нет, не C6, C2. C2 там было. C6-то максимум. Да блин, взорви. Блин, мне это вообще случайно. Leave it all to me. Be gone.
Я вот не люблю персонажей, когда они беспомощны в игре. Когда надо от кого-то прятаться, бежать куда-то, ты ничего не можешь сделать. Ты неудачник. Да. Симулятор неудачника я такой не люблю. Или когда ты медленно замахиваешься, чтобы ударить. Это неудачник. Так, не надо его на туре попрыгать. Нет, я не против. Я не против там, как вот, например, в хоррорах, как мне там типа резидента с оружием вот так вот ходить. Я не против. Да, то там ты можешь отпор дать и все такое, но там даже есть тиран, который тебя это. За тобой бегает. А, ты про резидент? Конечно. Я не против такого. Но я не за такое, чтоб я должен был от каждой фигни бегать. А если вот враг действительно превосходит меня, то да, я не против. Чтобы погони были. Потому что это разумно, что персонаж бежит в кого-то крупного. А вот когда персонаж бежит от такого же... Неудачника. Ну да, или какой-то маньяка. Это тупо вообще. Ну DBD это другое. Я имею в виду одиночные игры в таком жанре. Ты нифига сделать не можешь, и он... Ну он может, конечно. Он-то может, а ты нет. Или он тебя просто схватит. Он неудачник. Или привет, сосед. Все неудачники. Как тебе понравилось вот это вот антоновское про неудачника? Ты уже остановиться не можешь. Антон тебя научит. Потом это... Проблемы да, будут. Вот, я за 2 секунды это говорил, как это не запомнить. Так, награды поручений собрали. Ну если ты против, я могу это не говорить. Так и не надо говорить. Он-то в шутку это говорит, а не всерьез. Я тоже. Ты что думаешь, я всерьез кого-то буду неудачником называть? Ну, мало ли. Так, чё я хотел? Да, бывают потенциальные неудачники, я согласен. А все понятия неудачник это грубое понятие. Грубое. Грубое, да. И грубое, грубое и грубое. Блин, сколько процентов? Остров Исиори вообще 26%. Ватацуми 6%. Замечательно. Вот так я играю. Фига, у меня нормально ничего нет. Так, мне нужны бабочки. Вот что мне надо. Где их достать? Где достать бабочек? Ты в курсе, где достать бабочек? Нет бабочек. А вон летает. Ну, кристальные бабочки. Вот еще одна. Мне же на смолу, на густую смолу надо кристальных бабочек. Я опять захотел свою качать. Я пить захотел, Саю качать? Да, опять я захотел Саю качать. А, мне послышалось, я пить захотел, Саю качать. Нет.
Боже, сколько у меня этого гладиатора? Куда мне его столько? А чё? Ну, надоело, один гладиатор падает. Вон, вот еще бабочка. Да, хорошо. Так. Вот этот вот цветок. Так. Смогу, куда бы мне потратить? Шапка. Шапка, шапка, шапка. Ну, вот это можно взять. Так, сила атаки 679. А с этим мечом... 1102. Иван пришел. Привет, Иван. Я в каменный лес Гуюнь, там есть бабочки. Окей, поехали. Побежали в каменный лес Гуюнь. У меня мощная Саю. Блин, Саю веселый персонаж, кататься можно. Ну да. Саю же ниндзя. Да, ниндзя. Ты сюжет не читал, что ли? Вот она, читал. она не ниндзя. Она скрытый этот. Сюжет Саю я читал. Не сюжет Саю, а сюжет основной, когда была вы на Дзуме. А, это что? Да, понял. Она там секретный был этот. А, все, я понял, что ты говоришь. Каменный лес Гуюнь? Где этот каменный лес-то Гуюнь? Где лес Гуюнь, Иван? Ганьюй, Ганьюй! Что опять? Иван, Иван, Ганьюй! Иван, Ганьюй! Ганьюй хутал, Ганьюй хутал! Иван Юй! Иван Юй! Не, у меня... Так, Ли Юэ, а, вот, каменный лес Хунгуан. Так или иначе, все равно ассоциируется с Ганьюй. Лес Гуюнь. Ганьюй отправила меня в лес Гуюнь. Долина Гуйли. И вы чуть-чуть ниже островки. А, это что ли? О, господи. Здесь полно бабочек. А, во. Иди сюда. Иди сюда, куда улетела? Блин, улетела нафиг. Она улетает. Что мне с ней делать? Погнали за мной. Да тут бабочки, вон она. Улетела. Погнали за мной. Куда ты ушел? Так ты же на месте стоишь. А, вот бабочка. Да ё-моё! Вон бабочка. А, растворилась. Вот ты где? Куда за тобой-то погнали? Я-то бабочек ищу. Вон бабочка. Да блин, она улетела опять. Да блин. Не заставляй меня материться. Я не заставляю тебя материться, я просто бабочку вижу. И хочу ее взять. Но у меня не получается. А, вот бабочка. А че у Антона... Ой, у Ивана бомбануло? Ага. Понимаю. Ивана уже бомбануло. Неожиданно. Не успел он зайти. Это Иван. Иван, будь спокойнее, а.
Иван, не это... Не греши. Так а этого-то будем бить? Кого? Да вон, с мешком. Это... Вор. Я его вором называю. Ну, типа того. Это этот, как он, жулик. Даже да. Путешественница, помнишь? Жулик. Жулик, не воруй. Ну так надо Дора путешественница, но у нас переводит Дашка. Давайте, это смысл его жизни. Понимает? Кто смысл жизни понимает? Я говорю, это смысл его жизни, он не может не воровать. А, чуть позже ТПшнишься сюда, пройдешься так же. А, понятно. ТПшнусь. О, я нашел. Блин. Блин, я разбился. Я хотел кое-что взять и разбился. Ну как? Ну как? Так, ставим 60 уровня, проверяем урон. Ничего себе, 1681! Блин, мощная стая. Ладно, чем мне кого пойти бить-то? Мощная стая. И это только 60 уровень. Жесть. Жесткая. Ладно, не будем делать его, будем заниматься. Давай я тебе в мир тоже зайду. А, да, артефакты. Так давай, заходи. Еще показать места. Да давай это, смогу я сделаю и пойдем это. Да ты че с тобой? Че ты запел тут? А, типа, а че, мне нельзя? Сам поешь, а мне нельзя, типа. Типа того, да? Ну круто. А чё, мне нельзя? А, у меня лимит уже 5. Ну давайте боссов побьем каких-нибудь. Вот тебе, пожалуйста. Я покатился. А вы побить там никаких боссов? Каких-нибудь. Здесь не надо бить боссов. Мне где он уже? Пир орхидею давайте бить тогда. Субсянку качать. Кого? Пир орхидею? В принципе, мне этого места хватает. Да, пир орхидею. Иван. Когда барбару бери? Иван, пошли пир орхидею бить. Где она? Я забыл, где она находится. А, вот она. Ты барбару, я... Я барбару сейчас возьму. Я. Барбаресу. А я Чичи. Понял. Только надо на нее артефакт ставить. Не понял, я отряд что-то хотел выбрать. А мне не дают. Почему я могу сменить только одного персонажа? А, нет, могу. А, потому у меня почему-то не показывает нифига. Как я сменю-то персонажа нормально? Вы что, издеваетесь? Все, Чича бурстовик. Мне не показывает это обозначение. Кстати, а что для ее возвышения меча нужно? Так. Мусор какой-то. Я попробую. Ладно, возьму бонус физы. Я попробую, Юльку. Я возьму бонус физического урона. И все. Я готов к бою. Я Юльку попробую. А я попробую Чичу. Я думаю, ты попробуешь Саю. Саю? Ну хочешь попробовать Саю? Не знаю. На самом деле тебе надо не Саю, никого не пробовать, а бить нормально. Ты что, балдел? Так ты же урон. Ну и Иван урон. Иван и ты. А я-то кто? О, 700 тысяча. А я так-то это тестирую. 700 тысяч, наконец-то я дошел до этого урона. Вот это урон.
Да, вот это урон. Так начи, это можно добиться. Ладно, попробуем. Попробуем. Я смотрю, кто, кто-то моно взял. Чтобы я это не сражал. Иван взял моно. У меня нет моно. А, у тебя нет моно? Нет. Я пыталась стоять. Че она такая жесткая-то? Всё, до свидания. Лечи давай. Ладно. Не хочу, конечно. Ты же Чичи. Да, да. Я не спорю. Блин, как мощная же эта орхидея, капец. Талант это неотъемлемая часть игры. Это смысл игры. То же самое, что и молитва. Без молитвы ты далеко не уйдешь. Синие мечи тебе очень понадобятся. Короче, у Йоу есть такая особенность. У нее там может... такая штучка появится и упасть прямо на врага, и она там нанесет поединок. Ну да, я знаю, там может до миллион донести. Да, но не твоя. Но не моя его, да, я в курсе. Вот, бонус, видишь, как он работает хорошо. Обезьяна Чи-Чи-Чи продавала кирпичи. Так, давайте еще на босса. Потом пойдем густую смогу тратить. Так. Я бы ее легендарный не читал, если бы у меня был дневник. Блин, на Барбару надо океанидов. А, я понял, почему мои чуть-чуть так сломали. Так, погодите, океанидов пойдем бить. Он недостоин, чтобы я его бил. Давайте по очереди, океанид и этот, орхидею. Он недостоин, чтобы я его бил. Так, как думаете, Барбару стоит на океанидов? Нет. А кого? Чичу? Нет. На кого? Юла. Юла уже есть. Ну тогда сейчас. Сянку. Сянку? Да, сянку. А даже вода. Какая сянка? Сянка! Сянлин! Да какая? Она же огонь. Ну? Крона будет нормально. На кого океанида бьешь? Ну и ванна все равно полезнее будет. Давай океанида. Ладно, давай. Барбаре он нужен. Барбара ему не нужна. Мне Барбара не нужна. Нет. Я говорю, а Барбара океанида не нужна. Wait. Не люблю этого босса. Вот не люблю. Не люблю. Ну тут и Ванда, это понимаешь. А может Ван застрелить ее? Нет. Жаль. Блин, серьезно? Фига тут лед как работает. Тут Юльку надо. Еще 23-ка. Зря.
Да блин. Кстати, вроде у Саньки есть Хома. Кто за Хома? Хома это просто Хома. Оружие. Которое идеально напитало. Жабы какие-то. Я ультую, короче. Блин. Обалдеть. С одного удара убило. Вот эта долбанная жаба. Только она долго жила, эта жаба. Долго и счастлива. Да, в кавычках. Чё, я сдал? Да. Это пришло твое время. И мое пришло. Опозорились перед Иваном, который лучник. Ну да, перед Иваном мы позоримся капитально просто. Иван, прости нас. Мы грешники. Я сам первый умер, камон. А, да? Серьезно? Мы не видели даже. Да его настолько круто, что он даже почти не умирает. Если мы можем сделать полный рекон враждебной активности в этой зоне. Че, все умерли? Че? Заново пить ее? Да. Ладно, пошлите тогда на другое. Пошлите на этот, на орхидею. Вообще, по факту, он не достоин, я не бью. Пошлите на орхидею. Пофиг. Visibility is excellent. If we head to higher ground, we can do a full recon of enemy activity in the area. Да, как менять-то? Два льда возьму. Пошлите на орхидею. Нафиг. Первая орхидея? Да. Может, я что-то для Чичи найдем, может ли? Я Чичи взял. Давай криокуб. Криокуб давай. Нет. Мне нужна орхидея. Какой криокуб? Криокуб нужен для... Я Сянлин, вообще-то. Сянлин. Криокуб нужен для Юа. Так пока еще Юу рано качать, то завтра и криокуб будет. Чё там, блин? Или ну, послезавтра, не знаю. А чё, в смысле, океанида пройти не можете? Да не знаю, так получилось, что это. Ну, пофиг на океанида. Я просто хотел океанида побить, пока этот восстанавливается. Да не прошли. Я вчера Аждаху не убил. На которого я всегда валю в первой попытке. Кто воду возьмет? Я-то лед. Я-то лед. Бесполезный лед. Бесполезный. Бесполезный. Наибесполезнейший. А где ты-то? Ни толку, ни смысла. А так. Ты-то где, я не могу понять. Фига как быстро. Я поприкалывать хочу. Даже один Иван. Да не до приколов, на океаниде до приколов. Не, вроде я поприкалываться хотел. На. Чё, Ген, чё на? А, ты опять, ты мою главную, ты главную героиню решил выбрать, на бочку прыгнуть. Да. Иван не поймет твой прикол. Одолейте 10 боссов. Иван это Иван. Так, смолу надо потратить. 850. Чё раз говорю? Иван это Иван. Так, ну кого бить будем? Ну понял. Давайте, раз хотите для Юльки, давайте для Юльки кого-нибудь побьем.
Я говорю, что Иван — это Иван. Это мы уже проходили с бочкой, да. Я хочу, чтобы... Так, кого надо, бить? А для Юльки, по-моему, трио папоротников надо бить. Сейчас я посмотрю для Юльки, кого надо бить. Я сейчас ГГ сделаю мощнее твоей. А, Крио гипостазис надо бить. Knights and aristocrats share the same cousin. Прошу лейте крилки поставить. Где он? But the knights had enough sense to deal away with all the superfluous detail. Мне надо два крилки поставиться. Где крилки поставиться находятся? Ну, где-то. Говорите быстрее. Иван, где крилки поставиться находятся? Иван Джун... Иван Морокс. Ты хочешь Крио гипостазис побить? Ну, блин, два надо всего. Бля, а, на хребте он. Ну, да ко мне Юльке надо бить. Бить блин, его. Ну, она Гео сейчас. А Гео мне не нужно. Ну и ладно, хотим ты с ней. Я вот не вижу... К этого Ореола, смены персонажа. Так. Чан Лин. Да блин. Я думаю, если я на время отниму артефакт у Альбеда, ничего не случится. Давайте вот так. Давайте его бить. Два раза. Так, суперзвезда, Хутало, готовь. Боже. Готовь Хутао. Кого ты там приготовил? Никого я не готовил. Главную героиню, ты серьезная? Да 1309 написано все в атаке, чуть тебе не нравится. А Иван, Иван приготовил Беннета? Беннета? Ну да. Это странно. Я не помню, чтобы Иван играл за Беннета. Я решил поугарать, видимо, тоже. Ну и я тоже поугараю. А я что буду делать? Ты тоже будешь угорать. Нет, я не буду угорать. Будешь. Ну давай, давай. Да мне достала уже эта бочка. Пошлите нафиг. Я сейчас даже хочу проверить урон ГГ. Своей ГГ. Ну проверь свой ГГ, свой ГГ. Которая... Которая дело. Ого! Чё, сильная что ли? Увидишь, дело ГГ. Юльку лучше здесь не брать. Понятное дело. Как так будет? Дал? 5000. Даже 8. Тебя главная героиня бьет 8000? Ага. Офигеть. Даже моя так не бьет. Да где? Я не знаю. Она у меня Гео. Ну... Дал 2000. Но у меня Гео-то тоже есть, но я Гео не качал. Главную героиню. Я ее качал в памяти. А чё? Я что-то не помню. Ломать этот куб надо? Вот так вот надо сделать. И вот так вот. Всё. Ставлю вот этот вот мусор и делаю вот так. Вот видишь, а ты думаешь, что у меня ГГ бесполезные. Вот это я спал в 6 часов, ну что-то мало-то. О, цветение кристалла дали. И гладиатора. У меня ГГ бесполезные? Нет, ты думал, что у меня ГГ бесполезные. Реально думал. Вы засираете ГГ. Нет, я не засираю. Так, еще раз надо будет сходить сюда. Я пока пойду... И это причем она ударила на 10, на 8 тысяч синим артефактом.
который прокачан только на третий уровень. Мне нравится Беннет и Синцю как саппорты. А. Ну да. А Синцю это кто? Синцю? Тоже боец такой. Это я его в тюрьме. Это случайно не тот, который книжки? Да ему уж надоело это, я тогда его задолбал с этой, бочкой. Я просто... Это же смешно. Так, надо ждать, когда он там восстановится, постатис. Я могу ее сейчас еще сильнее сделать. Ну, понятно. 25 секунд. Сейчас подожди еще 25 секунд, и мы еще пойдем на геопостазис. Но, блин, с этим вот так Ионидом, конечно, я не думал, что мы ему проиграем так быстро. Долбанный Ионид. Один из самых нелюбимых боссов. Ну что, тебе понравилась моя КГ? Ну да, норм. Не то, что... Так что, можно КГ все-таки прокачать нормально. Да, можно. И то, что она в С в тир-листе, это еще ничего не значит. Ничего не значит. О, бабочка. Я потом еще бабочек пойду собирать. 312. Бабочки и одуванчики собирать надо. Она у меня с инадзумским мечом. Все, оно воскресилось, нет это. На электроокеанида сходи, станет он самым нелюбимым, или на огромную собаку. Я ходил на собаку, а вот электроокеанид я даже не видел такого. Собаку я не убил, кстати. Геособаку, это которая на змею похожа? Да. Мы ее убивали. Антону этот босс не понравился. Да гоба, гобу, гобу. Иди сюда. 2000. Да чтоб она у меня так же била, да? Слово. Главная героиня? Да. Но у меня 2000 она бьет. Ну. Замолкните, те, кто говорил, элемент бесполезный. Ну да. Ждем миллион элементов. Давай, долбить. Электроокеанид, я даже знать не знал, что это за босс. Впервые слышу о нем. Это в Сейрае. Сейрай? Да, Сейрай. Сейрай и Надума. Ура, дали цветение кристалла. Хорошо. Блин, я сейчас замерзну. Так. Это я все использую. 1300 осталось. Чтобы боевой пропуск закрыть. Ну, а сделать две покупки в чайнике, пройти испытание артерии. Испытание артерии, я думаю, не особо нужно будет, потому что мы пройдем. Я поменять, и она станет еще сильнее. А что, у нее плохие артефакты стоят? Ну, 20, 8, 12, 7, 20. А сейчас написано в силу атаки 1540. Антон вчера с Волка легендарку выпил. Фига себе.
Вот тот вчера. А, тебе, Антон, вчера с Волка первую легендарку. Офигеть. У меня никакие легендарки с Волка не падали. Так, надо сейчас определиться, какие артефакты. Ну, Юлькина... Я думаю, 540 это нормально для меня. Так, ну Юльки-то артефакты как? Выбивать или не выбивать? Это уже как сам хочешь. Где бледный огонь? Ну, в принципе, у нее дофига. Итак. У кого нет артефактов? Можем еще вот эту фигню строить. У ГГ артефакты есть. У ГГ артефакт изумрудная тень. У твоей-то? Да. Ну, прекрасно. У нее 5 их, ладно. У кого не 5 артефактов? Хотя бы вот так вот. Сян Калин, Алая Ведьма. Ну и говорят, лучше не Алую Ведьму собирать, а что-то другое. Еще 5 минут посижу и пойду. You seem tired. Would Ну-ка. 4 звезды, да. У меня вообще 5-звездочные были. Слава, ну вы тут с этим. С Иваном поразвлекайтесь, да? Угу. Поразвлекаемся. Я сейчас подумаю, как выкачать. Может Ноэль покачать? Ноэль? Ну да, архаичный камень ей надо. Я удивляюсь, почему у меня ГГ с 8000 сульты бьет. Да, Ноэль надо покачать, у нее 2 артефактов нет. Так, где гео для Ноэль? Моя бомжатская ГГ выдает 8к. Бомжатская. Да, у меня она бомжатская. Иван, мне надо узнать... Потому что у меня легендарного меча нет. Где гео эти? Гидроурон. Риурон. А, это бледный огонь, да? А, нет, забыл, что в метели. 3763. Иван, давай быстро мы это... пройдем. На артефакт. Ты тычешь обычной тычки, ничего себе. Артефакты. Вот геоурон. Архаичный камень. Вот он. Архаичный камень? Да. В смысле, бонус стихийного урона? Да, мне надо гео. Если я эту качаю. У меня нету артефактов у нее некоторых. О, Нюк сделал обзор на Нингуан. Что этот Нюк? Идет он нафиг. Со своими обзорами, у него всегда обзоры никакие были. Чё ты хочешь? Я хочу артефакты. Я хочу архаичный камень. Вот это я хочу. Давай 5 раз сходим. Так. Блин, опять у меня не показывает. Как менять персонажа. Да чё вы все отказались-то? Чё вы все... Как? Вы все трое отказались. Ой, ну двое. Так, кого лучше взять здесь на этот? Электора. То, ну, поубивает только хз на Ноэль, что ли? Ну да, на Ноэль, а на кого ещё? Пригласи Ивана. Желательно быстрее. А чё, ты Ноэль не рекомендуешь качать? Лучше дамагер кого-то качи нормально. А какого дамагера? А ё-моё. Ай, ладно, пошли так, пофигу. Нет, давай лучше посмотрим. Лучше послушаем Ивана, что он мне скажет. Какого дамагера? Быстрее. Юльку, что ли?
А Юльку на чё я покачаю? У меня и так артефакты на неё стоят. На Юльку. Другие артефакты убивать на Юльку? Ты это хочешь? Ну, Ноэль-то тоже мне нужна. Она защита будет хотя бы. Давай, да нет, давай на Эль. На Юльку у меня и так есть. И мне ее артефакты только прокачать, улучшить, и думаю, будет нормально бить. Надеюсь. Все, давай на Эль. Только кого мне взять на это подземелье? Иван, гоню и бери. Глянуть бы на арты твои, но в стриме это сложно сделать. Да пока нормальные арты. На Ноэль вообще на артов нормальных нет. Кого взять-то? Оставляй так. Так оставлять? Да. Ну ладно. А я ГГ опять взял. Ну давай ГГ своей. Прикалываешься, прикалываешься с ГГ. Да мне интересно, какую ГГ я собрал. Ну давай, посмотри твой ГГ. Силу твоей ГГ. Ой-ой. Нифига, а чё так быстро-то? А чё так быстро убили? Блин. Нормально мне ноль поубивали. Блин, и Ивана убили, что ли? Ладно, пока. Я пошёл. Все, пока, пошел. Да, пошел. Убивай, пригодится еще идти другие. Блин, ну что-то вообще плохо. О! Бабочка. Ой-ой, куда я пошел? Для Ноэль надо, потому что она щит, все дела. Хотя ты бы сказал Джун Ли и все такое. Джун Ли лучше щит, чем у Ноэль и все дела. Но во-первых, Джун Ли мужик, во-вторых, у меня его нет. Ну чё, погнали еще, давай попробуем еще. О, наконец-то у меня стало это появляться. Так, у Тао. Чан Лин, ну это же самое будет. Ноэль какая-то довольно дохлая у меня стала. Но мне для Ноэль надо. У меня нету двух артефактов на Ноэль. Нормальных. Ну говно. Сахарозу решил взять. Чё, она поможет? Ага, и Ганьюй. Я думаю, ты Бен это возьмешь. Я уже хотел начинать, а ты еще не прибежал. Steady as stone. Out of the frying pan, into the fire.
Оба! Ай-яй, да ты что издеваешься? Блин, замораживай его. Да в чем он бегает? Ух, ух. Блин, тут маги. Маги говно. Да как так-то? Хотя без сахара надо было. Выкат Сянки, Сянка умерла уже, к сожалению. Что-то жестко, жестко очень. Для меня сложные. Попробуй гоню и заморозить. Тут гоню и, наверное, надо. А, все что ли? Ты вышел что ли? Блин. Эх. Что за говно? О. Давай переиграем. Да ё-моё. Что ж день за день-то такое? Все переигрывать надо. Блин, мне надо восстановиться. Я дохлый. Сменю. Я понял. Мне бы на кого сменить? Я вообще не знаю. Что мне делать? В запасе. Ну, Сянка, толку от нее тоже. Это просто вам моего казаха не хватает. Ох, этот казах. Ну блин, но Иль, она щит. Ильку брать еще нет смысла. Главную героиню. Ну блин, она не умеет стихии нормальной. Коньку не оказалась с собой. Ну да. У меня-то огонек есть, но толку-то от него, от этого огонька. Меня убивают быстро очень. На меня тут надежды нет. У меня нету такого вот урона какого-нибудь. Не, пойду Хиличуру убить. Пока буду бить Хиличуру. Так, Гоба-то где? Сейчас нормальный сетап. Нормально собрали. Ну не я, конечно, Иван хорошо команду собрал. Правда, путал мы сдохнуть быстро. Ну смотрите-ка, я и так могу пробить ему щит. Right, man, into the fire!
Ну, уже получше. Получше в смысле в том, что вы хотя бы. Ну, что-нибудь на Нуэль-то. О, цветок. Увеличивает прочность щита. Не знаю даже. Это, наверное, для Джуна Ли, да? Прочность щита. А, у меня одна осталась. А почему мне сказали, что я максимум могу 5 сделать? А почему у меня одна смола осталась? Я не смог сделать 5. Нужна помощь. Нормал, привет. Да нет, вы... может и нужна. А ты сможешь помочь, такой? Мы и так, в принципе, справляемся. Да ё-моё, нет тут ничего. Я не хочу я сражаться с тобой. Ну покажись, на что ты способен. Давай, ай, давай я попробую это. У Ноэль посмотреть, чё да как. Сейчас Ноэль посмотрю. Чё у нее там, архаичный камень? Сейчас, погодите, ребят. Архаичный камень. Да ё-мо, ещё и иен тут. Да своей кудлю сарой. А, еще одна кутава. Да вы сейчас меня тут кутавами этими за... заполоните. Так, погодите-ка. Блин. Цветок-то выпал, но цветок... обновление энергии 4,5. Не, ну тут сила атаки лучше. Нафиг, сила атаки пускай будет. А, потому что я сразу хотел несколько сделать. Ну, я могу, но я могу еще сделать. Вы меня подождете? Я пойду смолу тогда сделаю. Пойдем. Хутал апокалипсис устроите тут. А, я не могу делать что ли уже? А, у меня же нету. Да-да-да. Фига ли я? А, ну я могу слабую потратить. Ну давайте слабую потрачу. Таисты. Та-тан. Утайцы. Утайцы. Ох, блин. Максимально 5 штук. Да я в курсе, что максимально 5 штук. Сейчас армия Хутао тут всех разнесет. Нормал, иен, пирток. Нельзя армию Хутао. Облом. Мне кого брать, Сянку? Давайте я Сянку возьму. Не знаю, от моей Сянки, конечно, толк будет. Какой, фиг знает. Вот эти 5 используем, потом я пойду на эту. На главный квест. Так. Я килечу рубить. Лечить-то меня некому.
Нормально. Ну как Коми тут, по-моему, не так полезно. Ведь фиг знает. Но Сянка моя точно не полезна нифига тут. Я просто думал, что у меня уже 5 штук есть, поэтому я и пошел. А оказывается, у меня была всего одна штука. Фига вы тут фигачите, конечно. Ура, Сянка воскресла. Сянка забирает свою награду. О, отлично. Что-то у моего Беннета ульта быстрее набирается. Так тут такое, так тут вроде условие такое. О! Перо. Это говно. Давайте еще раз. А, вы вышли. Эх, Найль что ли взять? Нафиг Сянку. Сянка. Сянка хорошо. Но мне придется Найль взять. Давайте еще раз. Я сейчас, подождите, разберусь тут. Блин, не выпал нормальный артефакт. Перо выпало. О, перо не было никак. Окей. Перо и поставим наконец-то. Поздравляю Норму с повышением ранга. Давайте еще 4 раза. Отряд Хутау. Хутау Апокалипсис. Я возьму Наэль. Я дохлый, мне можно. Так, и я взял... А, нет, я взял Диону. Да, Санька, я собираю для Наэль арты. Тогда не выходим, да, не выходите. Мне все равно брать особо некого сюда. Арты нужны. Ну если бы я знал, что мне никто не поможет, то я бы и не пошел сюда. А так да. Ты сразу сливай 4-звездочные в арты на эльке, прокачивай золотые. Нулевые арты бесполезны. Да я их сливаю. Я все арты сливаю. Какие можно. По-моему, от Ноэль больше у меня пользы, да? Ну да, польза есть от Ноэль. Жесть, конечно. Да где он? Да где? Вот это я понимаю. Вот это, вот Ноэль хорошо сюда зашла.
еле поставил хорошо, это, если он нулевой, Леви он бесполезен. Если поставил хорошо, арт, но если он поставил нулевой. Ну и нормально, нулевые арты вроде у нее стояли. И чё, и нормально вроде. 2-3 тысячи снимает, если это срезонирует с другой стихией. Нормально, в кристалл превращает. Что еще надо? Так. Я еще случайно нажму. Отбьемся с этого. Ай, блин. Так, где? Куда? Где он? Мне кажется, сразу пацан, ты пробуй сделать быстро. Окей. Ну я вот сейчас полезным себя чувствую. Хоть как-то. Так где она? Магия. А, все. Ну вот сейчас хорошо. В ДМС сыграли сейчас. Что это значит ДМС? Так, чё это? Встречная комета. Прочность щита. Да блин, ну я на урон хочу. Ну или щит, ну, или прочность щита, это ей надо тоже качать? Или не надо? Так, где Иван? Да блин. Где? Где? Блин, не получилось. Били меня. Эх. Эх. Меня убили. Так, Какоми, полечи. Какоми, полечи меня. Ну ладно. Немножко... Блин, не ту смолу использовал. Ладно, пофиг. Ладно, пофиг, что не ту смолу. Я эту потом потрачу тогда. О, ну зато выпало на Георгий. Ладно, еще два раза. Я не ту смолу использовал. 20. Но все равно выпало, ну, выпал нужный артефакт.
не ту кнопку просто нажал. Ах. Еще два раза. Так, все на месте. И на Zoom Shine Eternal. А, это издевается, что ли? Где маги? Маги где? Я долго его бить буду. Где вы там? Я к вам присоединяюсь лучше. Потом этого бить. Хотя ладно. Бейте его уже. Одному бесполезно этого мага бить. Абсолютно. Где он? Где я ему? Да где он? Куда маг делся? Я мага потерял. Мы атакуем бить. Ну, Наэль, я говорю про Наэль. Наэль бесполезно мага бить. Одной. А ничего сделать не может. Так, что у нас там? Еще перо. О, шанс критического попадания. Еще раз. Последний. Хутава этих магов быстро убирает. Ну я говорю, ну Хутау это Хутау, потому что она огонь. Сянлин тоже может убрать. Но моя Сянлин никого не уберет. Бегай. Я здесь с тобой жили. Это хорошо. А какоми она не урон стоит? Ну я тогда вылечу на Эль. Когда я уборку делаю, у меня лечение происходит. Точнее, Алиса. Ну, я понял, чтоб я жил. Чтоб мой персонаж жил. Так, где? Где маг? Я дайте я его снесу. Ну все, наконец-то. Так и не поменял мечик на эльке. Я не помню. А какой меч-то ей надо было? Так, архаичный камень вот. Ну, два, все. Пока хорош. А, сорян, оба криво. В смысле оба криво? Кого вы там бьете? Фига себе тут. Я тут все уже разнес. Так, ну чё мы там?
белую тень выковать либо меч колокол. У меня прототип архаичный. Белую тень или меч колокол. Сейчас посмотрю. Пойду в кузню. Белая тень, меч колокол. А вот белая тень. Я могу поставить белую тень. Меч колокол у меня нету. Я могу белую тень сделать? Вот она, белая тень. Меч колокол с молитв падает. А белую тень можно выковать. Белую тень я выковал. Чё ты считаешь, она лучше? Попадание обычной или древней атакой, сила атаки и защиты увеличится на 6% в течение 6 секунд, ведь может складываться. А здесь... При попадании обычной разряженной атакой имеет 50% шанс нанести дополнительный 240% урона в некотором радиусе. А чем это плохо? У этой силы атаки, а у этой защита. А вот это на атаку. Сразу не ставь, прокачай для начала. Тебя заскамили? Йен, что значит заскамили? То C6 силы атаки лучше. Окей. Ну я, ну и пускай будет, пофиг. Дополнительный меч. Чё, неплохо. Можно кому-нибудь другому поставить. Но у меня ранга еще нету. Окей, ну пускай будет. Так. Раз сила атаки лучше, пускай сила атаки будет лучше. Пускай архаичный лучше будет. I can't decide whether pyroslimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. Так, крит урон тут. Процент от силы атаки. А, вот босс гил, бонус гил урона, кстати. Сила атаки 6,3. А, так это 4 звезды. Сила атаки 7%. Так. Мастерство стихий, восстановление... Окей, вот это лучше. Хотя у меня стоял вот это. Крит урон. Ну ладно, пускай сила атаки. Сила атаки все-таки это гарант, как бы. Ну это, то есть это самое сильное будет. Окей. Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. Шанс крита. А здесь вот это лучше. Сила атаки. Ну окей. Надо артефакты Юльки качать. На Эль потом. Юлька тоже должна. Юльку в первую очередь. Юлька на Эль. Надо 4 разные стихии собрать. Тряд. Из 4 разных стихий. Чтоб не было проблем. Особых. Так.
Вот это для Юльки лучше считается. Ну да, вот это лучше. Вот это лучше, чем вот это. Хотя крит урон, но считается это лучше. Какие у нее криты хотя? Она, во-первых, первых хилить будет, это зависит от защиты, плюс щит ее тоже зависит от защиты. Ну, не знаю, Иен вроде говорит, что... Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. Вот так нормально. Так, улучшать надо. Так, улучшать силу атаки. А сила атаки есть у нее тут верхняя? Так, у нее нету ни одного артефакта на силу атаки. Это плохо, конечно. То есть ни одного такого. Ну вот такая сила только атаки есть. Ну окей. Ладно, давайте тогда на эльф прокачаем лучше силу атаки. Вот это вот 7% прокачаем в первую очередь. Всю оружку обязательно качать до 90 левела. Ну всю оружку. Это, блин, сколько надо оружия под... Пока что есть, то есть. Сейчас мы на эль прокачаем в урон. Я только про оружие говорю, арты в защиту лучше собирать. А. Ну арты я в геоурон собираю. Пускай сила атаки будет, чё? Ну один арт в силу атаки, другие можно в защиту. Мне кажется, так лучше будет. Эсет лучше гладиатор. Ну она же гео. Какой эсет гладиатор? Блин, денег уже нет. Ну ладно, вот так пускай будет. Сейчас на эль походим. Я пока с коршуном кажу, тоже нет хомы. У меня есть коршун. Хомы нету. Че я хотел? На эль хотел посмотреть, как она будет. На эль пока у меня, по-моему, лучше всех прокачано. Мне так кажется. Так. Тут где-то были... Иван говорил вот про бабочек. А бабочки не появились. А, давайте посмотрим. Что может наш Ноэль? А, тут уже почистили все. Привет, Мокко. Давно тебя не видел. Суперзвезда тут не ходит. А, суперзвезды нету. Хутао уже все тут почистила. Не на ком даже проверить урон. О, сундук тут. О, книжка тут была. 1200 из геоурона. Неплохо. Steady as stone. Time to clean up.
Это кто-то тролльство сейчас было с Наэль. Да. Стримеру кранты. Да, согласен. Надо в защиту собирать. Ну, один артефакт можно в атаку, другие в защиту. Я думаю, так лучше будет. Там сундуки же. Пошли сундуки возьмем. Так, мне надо Юльку еще прокачивать. А, не, Юльку не прокачать уже. Нормал, пошли. Там надо. Иван, пошли. Там нет никого. Я не знаю, что мне делать. У Юльку сейчас брать нет смысла. Качать я, конечно, Юльку хочу. Тонь, помогите мне расправиться вот с этими товарищами. Куда он залез? Побегай на аттере земли. Так у меня нету уже смолы. У меня смолы-то нету. Да ё-моё, опять убили. Урон мне качать бесполезно. Нет, Наэль это не урон. Наэль это не урон. Так, а вы где? Куда я пошел? Я вообще не понял. А геоурон тогда для кого? А, для Нингуан, наверное, да? Для кого лучше архаичен этот? Где вы бегаете вообще, не могу понять. А, тут Фатуи. Сколько времени-то? Блин, надо уже проходить один сюжет. А, убейте мне там этих неприятных типов. И я это выйду из онлайн. Сдохли снова? Да капец, блин. Уйдите. Да. Ой, телечур вы тут. А
А данжи бежит быстрее, ну да. Как же это задолбало. Ух. Возьмите кто-нибудь там кукоми и лечите. Одни урон, одни бить будут, другие какоми. Там урона так мало. Или опять прикалываетесь, хоть сидите. А Иван все стоит и стоит. Иван. Иван, ты где? Рэд, возьмите, а этих роботов за 5 секунд убивает. Так. Так а чё они дуру гонят? Не берут Райден. Да какого фига? Вылетел опять при смене перса? Такое бывает? Ну окей. Водичку, плиз. Водичку. Я сейчас водичку пойду, принесу. Моя водичка, конечно, слабая. Надо быть на буке такой косяк иногда. Ну я же ничего не говорю. Мне просто было интересно, что не так. У Антона так вообще косяк в Godfall произошел. Я не знаю, что он сейчас не может играть. Хотел Синсю взять и все. О, нифига вы там бьете. А я думаю, моя водичка... Ого, 93 тысячи, вы что, там издеваетесь? О, сундук. А моя водичка только... пришла. Роскошный сундук. Вот еще сундук. Иван покинул мир. I'm fine. Так, мне надо пройти этот квест. О, там это купальница. Там усыпальница вон. Я смогу до нее добраться? Блин. А, наверху факел. Ну, уже зажгли. Усыпальница. А у меня нет ключа. От усыпальницы. Не-не-не, не надо туда. У меня ключа нет. Да нет смысла мне туда добираться, у меня ключа нет. Теперь я хотя бы знаю, что есть тут запальница. Руинный охотник. Блин, кто-то сдох. Блин, опять заново. Серьезно? Я от Барбары ничего тут не сделаю. Я доплыл, да норм. Мне туда не надо сейчас. У меня нету ключа. Вон, помоги мне лучше с руинным охотником. Он меня сейчас завалит. А ульту я не хочу тратить.
Protect us. Дай! Ты, блин. А, у меня главная героиня будет. Да, блин. А где Йен? Утао, помогай. Замечательно. Очень замечательно. Прям. Я прям балдею. Ладно, мне сюда пройти сюжет будет. Вот давайте сейчас вот эту вот завалим штуку. И все, я пойду. Проходить за еще одного персонажа. Легендарную. Кстати, хочешь быть подальше, быстрее, не сильно тратить вонос, не удерживай shift и жми короткими нажатиями раз в секунду. Где-нибудь. Окей. ХП или крит нужен на Кутау? Скорее крит. И зачем много хп вообще? У нее же урон только большой, только когда у нее мало хп. Мало здоровья. Блин, сейчас утону опять. А вот сундук. I'll keep this close. Жесть. Тяжело достается все это. Да. Тао там почистила. Серьезно? Ой, блин, это было смешно. Так у Тао около 30 тысяч хп нормальный и ШК 60 на кусту 60. А Вася где? Вася вышел, ему надо идти куда-то. Ладно, мне тоже надо сейчас это из онлайна выйти и это легендарку пройти. Ладно, ребята, пойду я легендарку пройду за этого, за следующего персонажа. Легендарное задание, потому что уже времени много. Сколько? Уже 2 часа стрим идет, я 3 часа стримлю. Я разбавляю Геншин. Так. У нас свет только сейчас включили. Офигеть. Я успел даже поспать. Нормально. А ты елка горит. Иван, Иван, если что, помогал. Мы тут на океаниде сдохли. Иван, я. Еще кто-то там был. И Вася. А чем мой я Ивана? Эх, так ничего. Это что, Ивана хотел? Артефакты на Ноэль. Тоже с Ивана хотел поиграть. Выбили. Ладно, не дали с Иваном. Ну все уже. А, вот на силу атаки. Прокачать бы. У меня уже нет, нечего качать. Денег нет. Это музыкальный плеер. Так. С
Собака через 3 дня закончится. Я пошёл, я твою собаку оставят мне. Радуйся. А, новое событие вот это с ключами, да, атаки Ито. Ага. А вот подношение адептам надо сделать. Чтобы вновь встретить с хранителем облаков, вы должны сделать подношение. Предложить вкусный суп из украшений. Пойдемте, предложим какой-нибудь суп. Хотел легендарку сделать, но тут еще надо суп какой-то поднести. Вниз надо, да? А внизу? Вон оно. В Godfall это тоже вышел. Я не вышел, я вылетел. Света нет. Пожертвовать суп из украшения. У меня он есть. Ладно, нарушаю покой адепт. Так, это опять ты. Я смотрю, вы снова принесли мне еду. Ладно, говорите, но быстрее. И посетите хранителя облаков. А, теперь наверх, что ли? Для 9 колонн зданий надо обе статуи прокачать до 10 левого. Да я в курсе про 9 колонн. Так у меня и так до 9 левел. До 10-го. А, ну да, до 10-го. Обе статуи. А почему Гео, а Нема? А Нема-то у меня прокачан. Гео надо только прокачать. А при чем тут анема вообще? Если статуи. Ниже. Просто 9 кристалл рядом, наконец-то. Собрал бабочку. Ну, Иван показал, где бабочки находятся. Собрал ты. Лес Ганьюй или как он? И не Ганьюй. Можно, наверное, на кули собрать, но. А, в анимастатах тоже эти камни для активации колонн? Я думал, только в Гео. Монстати собрать? На Винаку. Монстати можно собрать в этой... А, блин, тут уже все. Можно даже собрать везде, где угодно. Монстати не надо идти собирать. Как они? Одуванчики. Одуванчики. Но я уже Юльку прокачал. Одуванчики мне хватило их. Мне сейчас надо 20 их собирать, но Юлька у меня еще не готова их принимать. Блин, да где этот архонт? А, здесь же он. Вот же он. Я что-то забыл про него. Обитель адепта. Что тебе нужно? Отвечай живо. Не трать до конца время адепта попусту. Я не хотел узнать, как у вас дела. Эй, что это, что новенькое? Ты просто пришла проведать меня? Не собираешься загадывать желание или что-то в этом духе? Отлично, пусть будет так. Что творится в головах у простых смертных? Я даже не буду пытаться понять. Если у тебя так много свободного времени, не окажешь ли мне одну услугу? Я добилась значительных успехов в изучении механики и смогла построить себе облачную обитель, парящую в небе. Эта облачная обитель построена в основном из камня, который смертные называют Плаустритом. Обитель была наполнена механизмами, столь изощренными, что я могла бы говорить об их устройстве целый день. Когда строительство обители было завершено, я оставила чертежи там. Я запечатал обитель в надежде, что кто-то достойный однажды сможет забрать чертежи, но и по сей день чертежи хранятся под печатью.
Я больше не вижу нужды хранить чертежи в обители. Может быть, у тебя получится принести их мне? Хорошо. Мне нравится твой энтузиазм. Не задерживайся. Пожалуйста, я буду ждать твоего возвращения. Она же наказывает неужели одного блюда достаточно только для того, да, короче, блин. Я ни хрена не понял, что ты сказал. Я не успел просто прочитать. После встречи с хранителем облаков она полетела в облачную обитель, чтобы забрать ее чертежи. Награды, кстати, хорошие. Книжки там всякие. А где эта обитель? Вот это интересно, я не знаю, где это. Хранники облаков. А где это? А, вот. Мне показывает теперь. Хранники хаос. Странно, что не отслеживалось до этого. А, вот цветки-то эти, цинь-синь. Они вон растут где? У Архонта. Не надо было лазить за ними так далеко, как тогда мы сделали. Не у Архонта растут. А, не, мы Сесилии же брали. Сесилии... Ну, может, Сесилии тоже так же можно собрать. Нет. Нет? Они растут на горах. Ты такие белые светики, блин. Не, мне сейчас не нужны они. Не, я вообще страшно. Белые такие? Да вроде да. Да нам много. Я себе меч сделал, мне сказали белую тень сделать. Да, для меня это хорошо. Для Ноэль? Да для Ноэль сделали. Или для Ювы? Для Ювы-то хорошо не этот. Меч, который я достал на хребте. Я не знаю, где кого-то там найти. А белая тень для кого лучше? Подгляну, погоди. Йен говорит, что это скам. Этот меч. А Санька говорит, что он хорош. О, читать. Активировать. Тот вознесется к вершине, кто преклонит колено на трех горных пиках. Сияют солнце, луна и звезды, и три волшебные птицы пошлют свои знаки. А мы вот это сделали, кстати. О, клеевая адепты, заоблачный предел. Сожнова, это все. Значит, нам надо найти трех волшебных птичек на трех горных вершинах, да? Так я же, по-моему, их находил. Активировать. Вот зачем птицы нужны. Да, я их находил уже. Я их активировал уже. Ага, понятно. Окей. Платформы. Платформер небольшой. Эй, алло. Окей, здесь я не был еще. А вот и этот Гиакуа. Вот чертежи, вот сундук. I'll keep this close. 50 камней истока. Нормально. Это место парит в облаках благодаря одному из чудеса света по Уолл-стриту. Это место должно было служить моим убежищем. Я хотел скрыться здесь от суеты обыденной жизни. Он хорош, но особенно для C6. А. То есть мне можно и не брать его, да? Или прокачивать все-таки его. Затем это место заняли адепты, чтобы в единении продолжить поиск конечной истины. Сейчас Тайшаньфу запечатан, и убежище снова в моем распоряжении. Я очень этому рад, но мне больше не хочется уединения. Я хочу исследовать окружающий мир, но начну, пожалуй, с долины Гуйли. 5 камней истока, запрочитанные.
Так, а достижений нет, а есть. Достигните вершины пика Циньюнь. Поймайте одно дикое животное с помощью сети вездесущности. Все вездесущности. Достигните уровня репутации 8 в Монстате. Уровень репутации в Лиюэ. Выполните 20 заказов на монстров. Выполните 20 просьб жителей. Трансмутация нуклида. Выполните одну трансмутацию материала с помощью перипараметрического преобразователя. Крабы-пираты. Сыграйте в пиратов с малышами Луу, Феем и Меном. Дофига всякого. Так, ну чертежи отдаем. Сейчас сюжет надо пройти. Для Ноэльмаса насобирали артефактов. Но только толку от них. В урон-то, конечно, я и вкачиваю, но... Ее уже не в урон не вкачивать вообще. Она не может быть уроном, к сожалению. Ее в защиту надо. Понятно. Чем больше защита, тем больше щита. И принесли чертежи, скорее же отдайте их мне. Сейчас надо идти и отдавать. Ну, 12, просто принесите это мне. Опять это проходить. Да ё-моё. Достигните цели за 150 секунд. А если я этих убью? Не дадут дополнительное время? Да, дадут. Дополнительное время. Блин, опять я не... Я все время на огненных пытаюсь использовать. Это тебе не гадпол. Ну да. Я согласен. Это не гадпол. Там пофигу, огненный, то не огненный. Ну да. Это прямо. Да блин, куда я упал? Испытание провалено? Ты серьезно? Все, выход? Какой выход нафиг? Что за испытание такое? Какое-то странное испытание, если честно. Опять отдай мне чертежи, все дела. Долбаные чертежи. Сто 50 секунд надо. Может не отвлекаться на слайм. Да так добежать. Это не была тема про макс урон, оказанный в достижении легкая победа. Глянул тоже 256 тысяч, в бою не замечал. Коза откуда? Знаю, откуда может быть. Смотря кем ты играешь. Ура! У тебя же Ганьюй. Вроде мощная. Это что, тупик, что ли? Или что? Что тут делать надо?
И что так лагает? Беннет закачать на атаке, на чё Беннет закачать? Не хочешь Беннета качать? Беннета на чё качать, на урон или на атаку? Не знаю, спрашиваю Ивана. Иван, Беннет на чё качать? На урон или на атаку? Но он говорит, что он саппорт. Блин, как же мне... Ну точно не козлай. Я не могу понять, как это испытание пройти. Что за говно, блин? Ой, я не того. А, ну развернуть попробую. Да иди ты, а! Дима, повернуть надо в другую сторону. А, вот оно. А вопрос, что за вопрос? Ага. Блин, испытание провальное опять будет. Да что же это такое? Что не так с этим испытанием? Блин, что это за испытание такое бредовое? Ох. Я вообще хотел Сяо пройти. А мне вот это задание дали. Давайте попробуем еще раз пройти. Да уйдите вы. Так что, ответил кто-нибудь? На что хочешь, блин? На хп Беннета и урон базовый. Какой урон? Физический. Атаки какой. Базовый. А я не знаю, что Иван имеет в виду. Я тоже. Я понял, что ему качать надо. Что я сделаю? У меня вопрос. Развернуть что ли надо эту фигню? Нет. А, наверное, да, развернуть. Нет. Да. Нет. А так, чего его надо? Я и говорю развернуть. Я... Вот я развернул, теперь я могу сюда попасть. А раньше не мог. Так, это, по-моему, ветер, да? Вот так. Я помню, что это закончилось.
Далеко уже ничего не надо, на. Так. Блин, это испытание, конечно. Да, я его делаю. Все. Дошел. Ну и чё? Вон конец. Вечно ему падает, зачем? Чинюсь. Да блин, быстрее. Все, добежал. Пытание выполнено. Опять эта птица. Это действительно чертежи опущенной обители? Неплохо. Ты не договорила. У тебя еще остались вопросы? Ладно, учитывая твои подношения. Я слышал, в Лиюэ есть нефритовый дворец, который парит над землей. И его построили простые смертные. Вообще-то его уже нету. Я так слышал, смертные превыше всего ставят размер. Руководствуясь этими варварскими принципами, они утверждают, что их творению нет равных. Представляешь, я Лиюэ прошел, а она... Уже мы нефритовый дворец уничтожили. А она говорит про нефритовый дворец. Ограниченные смертные никогда не смогут познать всю глубину изобретательств адептов. Этот квест как-то поздно появился. Нефритовый дворец на фоне моего самого простейшего механического изобретения. Эта постройка будет выглядеть скучно и примитивно. Ты просто завидуешь. Завидую? Кому? Простым смертным? Ха-ха-ха. Они достойны лишь моего сожаления. Смертные слепы к таланту адептов. Я опасаюсь, что подобные примитивные воззрения могут повести развитие смертных по ложному пути. Я считаю своим долгом указать им истинную дорогу. Разговор окончен, оставь меня сейчас же. А сундук давай, сундук. Не будет сундука, ну хотя бы мору дали, ладно, спасибо. Я бы в Юльку качать будем. Я буду качать в Юльку. А блин, это нужна защита вообще? Нет. Я думаю, нет, он... Блин, денег не хватает, а книг уже хватает. Скоро Юлька будет еще сильнее. Юлька это сила. Так. Ну чё? У нас на очереди задание заключи. И это у нас Сяо. Да, у меня один ключ остался. Что ж, Сяо, так Сяо. Сон бабочки. Да такая птица ГВ1. Небесный император-самозванец. Здесь у него быстрый квест. Короче, Беннет ультует, берешь до магера и в зоне ульты бахаешь. Я понял. Нет, так а Беннета в кого качать-то, ё-моё? Один хоть Беннета не дамагер, но буст с ульты скалируется от его базовой атаки. А набираешь в основу ульте, ты набираешь КП. Так как бонус лечения скалируется от его макс КП. Блин, капец. Ладно. Ладно, всё. Сейчас это... Диалоги будут. Или Чурвы. От них веет темной энергией. Paimon thinks so too. We've seen plenty of hilly trolls before, and they're always the bad guys. But this is different. Uh-oh. This is right by the Wangshu Inn too. Oh, the guests are in great danger. Now that we've seen it, if we don't do anything about it, Paimon will feel really guilty. Let's go take care of them. Хили Чурвы.
Отлично. Это то, с чем я смогу справиться. I must leave no stone on... Блин, как лагает. Почему игра лагает? Надо проверить, почему ее лагает. Что-то... Так... 60% нагрузка. Ничего не должно лагать. Hey! Seems like people are gathering over there. Wonder what they're doing. Это еще кто? Управляют хиличурвами. Неужели он адепт? Выглядит как магия адептов. Может, это он и есть? But the magic he was using seemed even more adepticy than Xiao's. Shall we go say hi? Небесный император звездолов. Hello. Allow us to introduce ourselves. This is... Древнюю знать собирать. Please, if you're here to thank me, there's no need. Cleansing the world of evil. Is the duty of the Adepti. Wait, who are you? One had assumed you were followers, but on closer inspection, it seems that we have not met. Мы просто путешественники. My name's Paimon, and this is my sidekick. One sees. One too shall introduce oneself, for it is good manners to comply. The one before you is the Adeptus, Master of Stars. The one is better known to one's followers as Star Snatcher. One descended from one's mountain abode to cleanse the world of evil, whereupon fate saw fit that our paths should cross. Now, tell me that which you wish for. Чего алкают ваши души? Алкают? Our wishes? Paimon thought that the Adepti and Leoi were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? There are different levels of Adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and moon? Yet, it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers, and only then make your verdict. Чего? Разузнайте о последователей. Верующая женщина. Finally, a life full of hope and purpose. Расскажи о звездовой. Oh, are you believers too? After my fiance up and left, I cried every day. But then I turned to the Master of Stars for help. At his suggestion, I started burning paintings of my fiance and casting the ashes into the ocean at sunrise. Чего? I can't explain it, but it really worked. I know in my heart that he'll return. This is not some sort of positive thinking trick. I'm certain of it. Ну то есть он шарлатан, да? I'm so overjoyed that I gave a portion of my wedding budget to the Master of Stars as an offering. After all, if not for him, I wouldn't be getting my fiance back, in which case I wouldn't need it anyway. Так а жених-то не вернулся. Ты серьезно? The Millilith don't really need to do shifts when the Master of Stars is around, do they? Расскажи о звездолове. I'm a merchant, and I had an especially valuable batch of goods that needed transporting recently. So I asked the Master of Stars if he would make the journey with me, as presumptuous as that was. Reason being, monsters run a mile as soon as he so much as holds up his talisman. We didn't have the slightest bit of trouble the whole journey. It didn't come cheap, of course, but then soliciting the services of an Adeptus is a monumental affair.
Just look at the Rite of Dissension. So, I can accept it, but I doubt that most from outside of Liyue would be willing to. Я вот эту ограниченность уберу. И вот тут уберу. В смысле, я же убрал. Ого. Как раз. Класс. Ладно, сейчас вернемся. Нормально. Шу сделать так, чтобы не вылетало. Ой, чтобы не лагало. И тут произошел вылет. Я не могу игру запустить. Класс. Да-да-да. Что-то произошло и... Игра у меня дала какую-то ошибку. Так, и откуда начнем? А отсюда же. Поговорите с человеком в маске. А, тот диалог пропустился или нет? А нет. Заново пошел. Мы уже говорили это. Мы уже про это читали. Женщину мы это тоже читали. Но сейчас вроде не лагает так, да? Да, сейчас игра вроде так не лагает. The Millilith don't really need to do shifts when the Master of Stars... I'm a merchant, and I had an especially valuable batch of goods that needed transporting recently. So I asked the Master of Stars if he would make the journey with me, as presumptuous as that was. Reason being, monsters run a mile as soon as he so much as holds up his talisman. We didn't have the slightest bit of trouble the whole journey. It didn't come cheap, of course, but then soliciting the services of an Adeptus is a monumental affair. Just look at the Rite of Dissension. So I can accept it, but I doubt that most from outside of Liyue would be willing to. Так, голос есть. Я уже думал, вылет произошел. Так, Антон звук выключил. Антон, ты в чате? Так, это кто? Верующий мужчина. Have you seen the Master of Stars in action? His power truly hails from the divine. I believe that now there is finally some hope for my ailing father. Скажи о звездолове. Watching him use his magic is all the proof you need. A true adeptus, no doubt about it. Not long ago, I sought some medicine from him on behalf of my ailing father. The difference with Boo Boo Pharmacy's prescriptions was like night and day, I tell you. Once it was boiled and ready, it gave off this really ethereal mist. Seemed pretty adeptal to me. Could have also been because there was mist flower in it, though. Adepti medicine is surely the most potent. My father will recover soon, I just know it.
Sure, you have to make some sacrifices if you seek help from an adeptus like the Master of Stars. I had to give a few antiques as offerings. But my father's life is worth much more than a few old relics, right? Понятно. Он шарлатан. What do you think? One's adherents may exaggerate a little, but they speak from the heart. Скорее от чистого воображения. Surely you jest. There was once a senior adeptus, Xie Wu Liang, known to the people as Liangzi. All things are connected. That which mortals call imagination is merely the bridge betwixt the spiritual and the material. In other words, their wishes are already on the path of transitioning into reality. Does this make things clearer? Nope. It makes them way more complicated. But basically what you're saying is that their wishes can come true, right? Indeed. You are perceptive, my diminutive friend. Okay. So we also have one other question. Oh? You need but ask. Почему ты носишь маску? Может, масочку приспустишь? Почему ты носишь маску? One wanders among mortals, doing good and cleansing evil. One reveals not one's visage to avoid further disturbance to this realm than is necessary. А ты просто шарлатан. Ah, got it. Now then, what are your wishes? Я хочу найти своего брата, я хочу обрести силу равно божественной, я хочу быстренько разбогатеть. Я хочу найти своего брата. One senses that a tragic tale lies behind this wish. So be it. This wish is not beyond one's power to grant. But first, one must see some proof of your faith. What's that supposed to mean? The way of the Adepti cannot be grasped from words alone. One must seek the profound truths that lie beyond them. Should you fail to perceive one's hidden meaning, then regrettably, one may lend you no aid. Ну, понятно. What do we do? Paimon doesn't understand him at all. Кажется, он чего-то от нас хочет. Кажется, он хочет немного моры. Oh, that's right! Some of those believers mentioned that they had to pay a pretty sum for the Adeptus' help, didn't they? Well, Paimon's not forking over any mora, and we don't have anything valuable enough on us. You don't even have a vision. Я не думаю, что кто-то согласился продать свой глаз Бога. Hey, why don't we make him a tasty snack? No one can resist the temptation of good food. Can they? Конечно, если они разделяют твое мировоззрение. Yep, a tasty snack is sure to work. Why don't we head over to Wanwen Bookhouse and see if they got any new recipes in? Серьезно, Paimon думает, что это сработает. О, книги дали. А деньга дали. Юльке деньга. Банк говорит, что я мог бы прошляпить. Я могу только так. Вот так, чем вообще не... Ладно, пофиг. Так. Ну опять дуванчики Юльки надо собирать. А это у меня все есть. Нормально мора дали. Ну, подвагивает. Как бы я ничего не делал. Так, куда нам надо?
Чего это завить? То подвагивает, то не подвагивает. Почему это квест взял, вообще непонятно. So, you'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti? Yes. Here, and keep the change. Oh, aren't you generous? Thank you for your patronage. Щедрый. Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again! Совпадение, не думаю. Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha's The Guardian Adepti? Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Why would an Adeptus want to buy a book about himself? Он мне всегда казался подозрительным. Really? What's so fishy about him? А чем Адепту вообще может понадобиться Мора? Сдается мне, что это обычное шарлатанство. So, what you're trying to say is that he can't grant people's wishes? Конечно. Paimon thinks we should check out that book. Maybe we'll find out something about this guy that we can use. Давай проверим. Hey there! We'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti. Do you have one in stock? Huh. Since when did that old chestnut become a bestseller? You're a rare breed of youngster if this is what you like to read. But you should be able to find a copy somewhere on that desk over there. То есть тому она такой вопрос не задала. Песня равновесия. Вы в зоне цели. So, are you buying or not? Все теперь история интересует. Все теперь история интересует. Что такое? В последнее время все вдруг заинтересовались историей Льюэ. У меня покупают все больше и больше книг. Я как-то закупила пару томов, Якс защитники адептов, так я их полгода продавала. И с тех пор стараюсь не закупать такие редкие исторические книги. Но после недавних событий весь город сбежал сюда за книгами по истории. А в эти дни клиенты так вообще спрашивают именно книгу с историями о Василине Камне. Эх, не знаю, они действительно читать любят, или просто чтобы было о чем поговорить. Так много людей за книгами приходит, что у меня совсем нет времени на заказы постоянных покупателей. Я наконец собрала книги для двух старых клиентов, но так занята, что не могу выйти из магазина. Можешь помочь мне доставить песню равновесия дядюшке Татьяню, а Василин Когнито том 4 Дингуну? Хорошо. Спасибо большое, они давно уже разместили заказы. А я только сейчас собрала, они, наверное, уже заждались. О, столько покупателей, что я даже не знаю, что делать. Угу. Якс, защитники адептов. Вот оно, эта книга. This is the one. Let's see what it's all about, shall we? In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath, restore order through slaughter, purge evil through battle. To this, we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. Of the five foremost Yakshas, death came to three, while the fourth vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyun, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. Злобу где достать? Так злоба же...
кузнице. В кузнице можно в Ванстате ее сделать, злобу. This book is about the Yakshas, a group of adepti who defend Lyra. Seems like a pretty niche topic. Was there anything that stood out to you? Проделанов насчет кармы, насчет последнего Якши. So, there used to be five main Yakshas. But supposedly only one of them is still alive today. Угадай, чего у меня нет. Я не знаю, из чего она там куется. А, на боссов ходи, может, дадут форму. Do you think that it could have anything to do with that star snatcher guy? No, surely not. He doesn't exactly give off the impression that he's been suffering for thousands of years. Про демонов. The book says that the wrathful spirits of the gods defeated during the Archon War can sometimes cause plagues, monsters, or mutations. All of which sound pretty horrendous. Hey, wait a second! Paimon wonders if... Do you think those super evil hilly trolls we saw earlier were the mutations that the book's talking about? Беннет не носит ничего, кроме древней знати, говорили или нет? Насчет кармы. The book says that the Yakshas, after fighting against the wrath of the gods for thousands of years, became bound by karma. Да сейчас диалоги нельзя говорить. Poisoned by the hateful thoughts of the gods, the Yakshas would often descend into indescribable fits of terror, rage, or agony. Oh, it's so tragic. After everything they went through and all their years of protecting Lyra, they got no reward and had to deal with so much suffering instead. Больше ничего интересного. Paimon thinks we've already summed up all the key points. So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1. Where did those super evil looking hilly trolls come from? And 2. What does Star Snatcher have to do with the Yakshas, right? Now to head back to where this all started and commence our investigation. Let's part the fog of mystery that hangs over Dwayne Karst and let the truth shine through in its full glory. Значит, теперь мы играем в детектив. Ты не слишком увлеклась. To be honest, Paimon actually hopes he is a real adeptus. His exorcism technique seemed real enough at least. But if we get our hopes up, there's further for them to come down. So it makes sense to investigate thoroughly first, just to be sure. All right, let's head back to Wangshu Inn. А, я могу прокрутить Ито. Давайте его крутанем один раз Ито. Синие. 100 выпало. Оружие. Черная кисть. Отправим ее куда-нибудь. Так, а там надо было квест еще какой-то выполнить. Письмо ценой в 10 тысяч золотых. Нормально, пригодится. Че оно подлагивает? Ё-моё. Гингун. Девушка, вам чего? Вам книга от Слизифан. Это Василин Когня, том 4. Давно я его заказываю. Почему так долго? Дай-ка взглянуть. О, первоиздание. Удивительно, что так долго. А я-то подумал, что Слизифан забыл обо мне из-за всех этих новых покупателей. Спасибо тебе, девушка, что доставила книгу. Помогите Слизифан доставить книгу. Я знаю, что это не легендарное задание. Ой, блин. Я сейчас утону.
Замечательно, доставил книгу. Почта России. Ну да, Почта России. Мы достанем все. Мы падаем в воду и тонем вместе с вашим письмом. Дядюшка Тянь. Девушка, вам чего? Вам книга от Зифан. Чего? А, да, я заказывал песню равновесия в книжном магазине Ваньвэй. Неплохо, неплохо, я как раз эту книгу ждал. Ага, я уж подумал, что у Зифан слишком много покупателей, она забыла мои книги. Прислали и замечательно, и переплет такой хороший. Зифан, как всегда, обходительно. Спасибо тебе за книгу. Верните к Зифан. К Зифан вернуться надо. Двадцать дней без круток. А мне накручивать, чтоб 70 было. Чтоб потом следующую крутануть и выбить. Но 70 я вряд ли накручу. Тебе что-то понравилось? Оплатить покупку можно тут. О книгах. Уже доставила? Да. Спасибо тебе, книжный магазин Вань до сих пор существует именно благодаря этим старым клиентам. К тому же они истинные целители книг. Целители. Ценители книг, они наверняка ценят. Путешественник, спасибо за твою помощь, вот возьми в награду. Если тебе понадобятся какие-нибудь книги, обращайся. Ура. 15 тысяч дали. Учения всякие дали. О золоте, о чем-то еще. А у него книги мог покупать, что ли? Ну-ка. Да блин, иди, уйди, уйди. Книги, какие у тебя книги? Ну-ка. Не, ну не эти книги, там я точно не хочу покупать. А где всякие учения и прочее? Книги бесполезны, да? Я-то думал, она продает такие книги с учениями там. Книги опыта. Вот это было бы зашибись. Пробуем на Бента поставить меч Фавония. Меч Зловония. Так, постоялый двор Ваншу. Ну или церемониалку на Ешку. Защитник небесного императора. Так это же этот небесный император. Flee at my command, foul demons. Flee! Why? Why won't you flee? Не работает. У них иммунитет. Uh-oh. Looks like Star Snatcher's in trouble. And there are innocent bystanders here too. We have to step in. А чем ты поможешь? Даже этот товарищ в маске испугался. А я один сейчас всех завалю. Ну чё? Император, блин. Oh, I don't get it. Why didn't the sigil of permission do anything? Можно помолчать, диалог. Has the evil aura of these hilly churls grown in intensity? Sigil of permission, huh? Now why does that sound familiar? Это с которой можно по заоблачному пределу ходить? То есть он использовал печать, чтобы изгонять демонов? Right. It's a keepsake of the Adepti. So it must still contain traces of their power. No one
wonder he was able to scare those monsters away earlier. What are you two babbling on about? One is merely underslept, meaning that one's adeptal power is not in full flow. Were one but given another opportunity... Well, as it happens, there goes another bunch of evil hilly churls over there. Should we leave them to you, then? One suddenly feels ill at ease. Surely one has overexpended one's adeptal powers. Otherwise, one would surely purge these infernal beings at once. Как он гонит, а? So you were just bragging after all. We were right to be suspicious. Come on, traveler. Looks like it's up to us. Use your elemental sight and hunt them down. Чувство стихи. О, еще книги. Но Юльке нужны бабло. А, бабло тоже есть. А Юльке надо не бабло, Юльке надо эти. Юльке надо... Ей ничего не надо. Ей семена одуванчика надо. А вот и хитрая хиличурва. А вот и сундук. Ну давай уже. Guys. A reward on the road. Или чур. Так. Так вот. А трехзвездочный это может сливать. Нафиг трехзвездочные мечи. 124 силы атаки. Главной героини 1335. Oh, а вот и... Paimo was just wondering who could have made such short work of these hilly churls. А вот и Сяо. Let's see what a... It's you. I remember you. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. It would appear that I have caused you some trouble. Huh? He isn't usually this polite. What's going on? But you are exercising demons! How is that causing trouble? That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Or more precisely, from the karma I have accumulated. Mutations? Karma? Oh, does that mean... Книга Якса «Защитники адептов» упоминалась. То есть Сяо последний Якса? Получается так. Yeah! Paimon remembers that Xiao is also called the Vigilant Yaksha, isn't he? So... So that means... Да, я уже понял. Poor Xiao! Мы прочитали о твоем прошлом в книге. Мы только что прочитали книгу Якс «Защитники адептов». I see. You must mean that piece of literati fanfiction from a few hundred years ago. All things are impermanent, and to exist is to suffer. We Yakshas have no need of sympathy or tears. My comrades who have passed on would see your tears as a stain upon their legacy. Oh, Paimon, sorry. It matters not. In any case, I am on my way to purge a cavern of demonic influence, so we shall part ways here. Wait! Take us with you! We'll be a big help! Paimon promises! No need. I am used to fighting alone. And in any case, these mutations originated from me to begin with. Well then... Oh!
really rude just now. Please? Well, I... Come on, then. So, Xiao, you've been suffering from the bad karma all this time? Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. I have come to accept this. Пещера кармы. Пещера кармы — это место, привлекает чудовищ, оклерненных темной энергией. По словам Сяо, их мутации могут быть связаны с его кармическим долгом. Керамическим хотел прочитать. Отряд. Отряд один. Ну, пусть будет такой отряд. Goosebumps. I will use the ritual known as the Bane of All Evil to relieve this place of its karma. You must remain calm. Do not allow yourself to be affected by the lingering wrath of bygone gods. Lament! Особый эффект задания. Из накопившейся в области божественной кармы Сяо войдет в состояние истребления всего зла, во время которого будет постоянно терять ХП. Также божественная карма позволит Сяо восстанавливать ХП при нанесении урона противникам. А, это как принц Персии. Это как темный принц в принце Персии. Но он быстро бьется, конечно. А, нужно убить просто 30 врагов. Ну, я так понимаю, он адема, да? Нифига он прыгает. О чем прыгает так высоко? Star Snatcher. I am aware of no adeptus by such a name. So he is a fraud. Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. За него играть очень легко. О, опыт. Камней столько. И он тоже с копьем. Еще противники атакуют. Сяо очень офигенный, но... А, мы за одного Сяо играем. Мы за одного Сяо играем, мы не можем переключиться на других персонажей.
Ему такое впечатление, что пофиг, какая стихия вообще. Он все стихии уничтожает. Блин, блин, я могу сейчас сдохнуть. Потому что из-за этого щита магов. It is good that we came here. An unusual number of living things had fallen under infernal influence. Had we not arrived in good time, the consequences would have been unthinkable. Now, this Star Snatcher you speak of, what is the situation? Ooh, Paimon will tell you! An Adeptus who grants wishes. To think that people could be so easily deceived by such blatant lies. As an Adeptus, do you have the power to grant wishes, Xiao? The Liyue of yesteryear would never ask the Adepti for boons unearned. Millennia ago, the ancestral people of Liyue asked for nothing more than the strength to defend the land they called their home. To be honest, an Adepti who grants people's wishes is probably more appealing to people nowadays. However feeble people nowadays may be, they are not my concern. I concern myself only with following Rex Lapis's original decree. Oops, Paimon spoke without thinking again. Ты всегда ляпаешь что-то не то. Oh, one more thing. That fake Adeptus has a sigil of permission. It's what he uses to exorcise demons. Wait, truly? Fool. Exorcising demons without exterminating them. It is no wonder they have been congregating here. If this continues, things may spiral out of even my control. We must confiscate his sigil of permission. Я хочу преподать ему урок. Great minds think alike! Paimon agrees. We've got to show that trickster what you get for trying to fool us! And it just so happens that we've got a real Adeptus with us too! If Xiao were to teach Star Snatcher a lesson, you can bet he'll never dare to pose as an Adeptus ever again! No. I only slay demons. I do not kill mortals. Who said anything about killing him? It would certainly benefit Liyue if we could convince him to cease his wicked ways. I possess an art called Dream Trawler. It is normally used to separate the soul from the body, that one might cultivate oneself in a waking dream. But it can also be used to call forth the spirits of others. Whoa! Now that's a real Adepti art for ya! Думаю, мы перепугаем его до смерти. A ritual must be performed for this art to be used. Assist me in gathering a few items. A sensor, 7 lamps, and something to reduce the temperature. О, капец. Reduce the temperature. Oh, some mist flowers will probably do, right? But as for the sensor and the 7 lamps, probably not the kinds of things are gonna just stumble across in the wild. Do you know of the 2 Yaksha statues that stand guard beside a merchant road on the southern face of Mount Tianhung? The ancestors of the people of Liyue built shrines there to honor the Yakshas. You should still be able to find some ceremonial items there. Once you have found them, meet me at the Yaksha statues after nightfall, and I will teach you how to use this art. Okay. Сундук. Доберитесь до храма на южной части горы Тяньхань. The spirit soars the mountains high.
while the body rests as the world goes by. Бронзовый воробей. Sorry to interrupt you, but... Мы хотели бы одолжить курильницу и лампы. Well, I'll be. Isn't that something? A pair walk into a shrine, neither to seek nor worship gods or adepti, but to pilfer the tools of worship for their own ends. We know it's rude to ask, but we just need them for a short while. Honest! For the dream trawler ritual, I trust? How'd you know that? I have been in the shrine for far longer than you would expect. Perhaps as a reward for my faithfulness, I have been endowed with some understanding of the Adepti arts. Wow. Paimon's never heard of that happening before. Тебе напомню, как он говню играл. Ah, it matters not. Take what you need. It is a fortuitous thing that these items may be of service to you. They serve little purpose here, in any case. Вас что-то беспокоит? Nothing that you need concern yourself with. Please, take what you wish. Ooh, this temple will probably have the kinds of sensor... Курильница. This sensor should be fine, right? At least it isn't as run down as the shrine. Приезжая курильница для льва, мы вернулись к храму. So, next, we just need to grab the 7 star lamps, right? The sooner we start, the sooner we'll be done. Лампы. Цель находится рядом. 7 ламп. Вот это лампы. Вот эти? Да. Я понял. А где еще одна? Где еще лампа? А вот она. Paimon thinks we've got all the ones we can use now. But let's say bye to that guy before we leave, shall we? I had presumed that once you had acquired what you came for, you would forget about me and simply be on your way. It's that guy's voice! Hello? Where are you? My physical form ceased to exist over 1,000 years ago. What you witnessed earlier was an illusion, created by the Adepti art known as Mortal Lingering. Now that you have taken the 7-star lamps and sensor used in the Mortal Lingering ritual, my form is no longer visible to you. Ты призрак? It is not untrue to say this. The line between Adepti and ghosts is a fine one indeed. I was once a junior in the Order of the Yakshas, bestowed with the name Pervases by Rex Lapis himself. Yet my strength failed, and I was slain in battle. Today is the anniversary of my death. My last wish was to see a modern Liyue, and so I took the liberty of performing this ritual here. That aside, you were sent here by the Conqueror of Demons, were you not? So, you two know each other then? I sense his aura upon you. That and the heavy burden of his karma. Even after all these millennia, he still must endure such tremendous suffering. I am truly ashamed. Don't say that, Pervases. You sacrificed your life for Liyue, didn't you? Life is a precious thing, yes. But when I think of the burden that the Conqueror of Demons must bear, death seems to me to have been the easy way out. A selfish indulgence, even. Pervases.
I apologize. Birthdays are joyful occasions, but by the same token, it is hard not to be melancholy on the anniversary of one's death. Mortal lingering will not last much longer. Take care, you two, and please pass on my regards to the conqueror of demons. Обязательно. If only I could taste some authentic grilled ticker fish once more. By wave and storm, I hunt for fish. By wind and snow, I slay evil. Huh? Looks like he's gone then. Paimon really hopes that at least someone will remember Pervasi's the Yaksha. We should get going. But let's come back here and make an offering sometime. Якша так-то. Но мы почему-то переводим Якса. Так, куда нам надо теперь? Вот куда. Далеко. Далеко-далеко. Отсюда лучше. По-моему, там фея. Пойду фею возьму. А чего? Она просто по пути. Куда она сваливает? Ты издеваешься? Фея, вернись! Фига, она наверх полезла. Что за собрали? Вот они, эти две статуи. Have you gathered the items for the ritual? This sensor and these lamps. Their designs are flawless, almost as if they were made specifically for use in the Adepti arts. От Яксы по имени... От Яксы по имени Бронзовый Воробей. Oh, and, he says hi! Pervasis. Yes. This does have the hallmarks of something Pervasis might do. As I thought, it seems that he could not leave Liyue behind, either. Well then, let us begin preparing for the ritual. Place the sensor in the middle, and surround it with the seven star lamps. Adorn the area with the items of abject cold. Once this is done, we shall proceed. Вы подготовили площадку для... Yes, this will do. Now, the next step is the key to performing Dream Trawler. There are four steps to performing this ritual. Offering incense, meditation, incantation, and loosing an arrow. That seems like a real rigmarole. Adepti arts are the product of millennia of study by Adepti. Do not dismiss their mystical workings as rigmarole. Failure to take this seriously could cause the technique to devour one's own body, or cause the spirit to be sundered from one's flesh permanently. I'm sorry. When offering the incense, we place the incense into the censer with reverence for Rex Lapis in our hearts. Meditation is to empty ourselves of trivial thoughts and to focus on the target of the art we are performing. Then we shall recite the incantation in a loud voice. Devayaksha, bring forth sin.
Finally, we will loose an arrow towards each of the Yaksha statues to enlist their authority for our contract. If all goes well, Star Snatcher's soul will be brought forth shortly. Хорошо. If you have no other questions, let us begin. Проведите ритуал. Воскурить боговоние. Can we meditate? Ugh. Paima really doesn't want to think about that fraud. Давай, давай, Якса, принеси трех демонов. Bring forth Sin. It looks like the Yaksha statues are glowing at the waist. So we just fire one arrow each at the glowing parts, right? Да какая стрела? Опять эмбер брать. Не, я возьму не эмбер. Тебя же стрела. Close enough. Leave the rest to me. You two get ready to greet him. Where is one? Huh? You two look familiar. What's with one's body? One feels light, weightless. Мы призвали твой дух искусным адепта. Все потому, что ты уже мертв. Dead? Impossible. One was just lying in peaceful repose at Wangshu Inn. Wait, that must be it. Of course it must. As expected of an adeptus such as oneself. One must indeed be in a dream. Ugh, there's no helping this guy, is there? Мне не может быть больно. Huh? What is the meaning of this? Do you truly think that one will permit such insolence in one's own dreams? All right, time to take him down a peg. Эй, только не Дионы. Such impertinence. Where are one's followers when one needs them? А может, а если Дионы попробую? Прикольнусь. Ой, какой урон классный. Та-ра-ра-ра. А что делать, ничего не... Он все равно сделать ничего не смог. Ну, я тебя так лень. Is this really not a dream? На тебе. Кристалла тебе. На тебе. На тебе ветерок. А все, ушел. Please stop. I surrender. I surrender. Теперь ты нам веришь? Ну стоп, будешь еще адептом прикидываться? No, no, never again. You almost killed me. Oh, how did I ever have the misfortune to meet you two? Please, great Adepti, spare my life. I won't do this ever again, I swear it. Великие адепты. We did call your spirit here, but we're not Adepti. He, however, is. You deceive the masses with quackery. Masquerade as an Adeptus. Exorcise demons without exterminating them. And display a callous lack of regard for life. One day, you will reap that which you have sown. For those who invite the infernal into their lives, there is no redemption. You're... Seems like Shell's got him scared stiff. Oh, great Adeptus. Might I ask your name?
Охотник на демонов. It really is you. It's truly you. Never in my life did I imagine that I might meet the conqueror of demons, the vigilant Yaksha himself. You know about Xiao? Of course. My grandfather was a folklorist. I learned the tales of the conqueror of demons at his knee. To this day, I am an avid collector of books concerning the Yakshas. But ever since I discovered a sigil of permission while rummaging through my grandfather's personal effects, at first, I was just imitating the Adepti for fun. But slowly, I began to stray further and further from the righteous path. Huh. So to sum you up, you're Xiao's biggest fan? Yes. Thank you both for allowing me to witness the conqueror of demons in the flesh. It's like a dream come true. That wasn't quite our intention. Please allow me to swear this oath before the great conqueror of demons. I swear to turn away from evil, to live an honest life, and to never again stain the name of the Adepti. I will remember your oath. Now go. Thank you. A thousand thanks for your forgiveness, and for all that you have done for Lia. He seemed very earnest when he was making that oath there. Guess he won't be tricking anyone anymore. Бля, не думаю, что он будет обманывать. Oh, wait. We haven't gotten the sigil of permission back yet. Let's head over to Wangshu Inn first thing tomorrow and look for him. Он, мне кажется, вернет ее. Оплятьтесь в Wangshu и спросите Вергалдет, а уже адепте. Вергалдет. Вергалда. Staying here, right? Star Snatcher. You mean the false Adeptus who wore a mask? He signed in here under the name Wang Ping An. Это очень обычное имя. He's already checked out. He said he wished to go on a solo pilgrimage. Ah, yes. He also requested that I give this letter to a traveler who journeys together with a talking fairy, should they come asking for him. Talking fairy? Who's that? Говорящая фея, ты еще кто? Well, anyway, you must be the traveler. Here's the letter. How strange that he would leave a letter for us. Is this the final attempt to fool us, maybe? Come on, open it! Paimon's curious! Huh? Письмо Небесного Императора Звездового. Если вы читаете это письмо, значит я уже вступаю на путь совершенствования. Очень жаль, что я не могу лично извиниться перед вами. Я надеюсь, что вы сможете простить меня. После того, как охотник на демонов явился ко мне во сне, я не спал всю ночь и до рассвета думал, как исполнить клятву. Я не только обманул вас, но и воспользовался надеждами тех, кто в меня верил. Человек, попавший в трудную ситуацию, часто становится слабым и слепо жаждет верить во что-нибудь. Я обманул их, даровал ложное спасение, заставил отступать все дальше от их собственных желаний и стремлений. Я знаю, что в древности желания людей были не так сложны, как сейчас. Охотник на демонов боролся со злыми силами, зная, что на плечах его лежат надежды всех жителей Лиюэ. Он носил маску, чтобы скрыть слабость, которую приносят человеческие желания. Я же, притворяясь адептом, ношу маску всегда. А настоящий адепт надевает маску только перед лицом демонов. Моя маска скрывает зло, поселившееся в сердце. Охотник на демонов же скрывал под маской ту часть себя, что делало его похожим на человека. Но его маска демона повергала в ужас всех ощущений зла. Когда я осознал все это, то понял, насколько отвратителен я был. Я понял, что действительно значит быть адептом. Я отправляюсь в путешествие среди гор и рек, закаляя тело и душу. Не потому, что надеюсь таким образом искупить свою вину, но для того, чтобы получить право считаться верующим в адептов.
Я уже попросил кое-кого вернуть те деньги, которые получил обманом. У меня самого было некоторое имущество, совершенно ненужное тому, кто вступил на путь самосовершенствования. Надеюсь, вы получили его. Пожалуйста, возьмите печать согласия, которую оставил мне дед. Я ее недостоин. Желаю, чтобы вы вдвоем смогли полностью претворить в жизнь свои желания. Мы встретимся вновь. Ван Пиньян, Пиньянь, грешник. Along with... Woohoo! The Sigil of Permission! Paimon hasn't met a bad guy like him in a long time. Все благодаря Сяо. Yeah. Anyway, let's go take the Sigil of Permission to Xiao, shall we? Теперь к Сяо надо идти. А где Сяока? Сяо. А где он? А тут он. Блин. Выше. А, он наверху здесь сидит, что? Как обычно. А, так он тут где-то. А я зачем-то вниз спускался, а он тут оказывается. We got the sigil of permission back. Do you want to take it? You have my thanks. May I take your order, sir? One grilled ticker fish. Certainly. We'll prepare it for you immediately. Huh. No almond tofu this time? Well, that's not like Xiao. Ticker fish was Pervasi's favorite dish. I just wanted to see how it tastes. Ah, won't you? Huh. By wave and storm, I hunt for fish. By wind and snow, I slay evil. Was there anything else? I am accustomed to eating alone. Пойдем, Паймон. And so, Detective Paimon and the trusty traveler solved the case and quietly slipped away. Все, камни исток, книжки. Все, зашибись. Деньги. Но задание пройдено, получается. Ну вот, осталось 5 тут. И тут 8 получается. А как гору открыть, я не понял вообще. Мечты воинов потом объяснить троих. Это что за глава такая? Откуда это взят? Так, бабочек пойдем ловить сейчас. Бабочки должны появиться. Нет, они не появляются. Ну ок. А дуванчики появились? Так, а тут моры можно купить? Да, можно. 5400. Не, одуванчики не восстановились. Становится потом. Пойду смолу сделаю.
Мне надо одну потратить слабую. И сделаем две таких. Так, 125 тысяч у меня. Юльку качать, докачивать. В атаке 14%. И вот эту силу атаки. Таланты ей. И 180 урон. Так, таланты. Угу. Алло. Алло. А чё ты молчишь? Блин, не хватает моры. Давай. 980 урон у Юльки. Надо будет одуванчики собирать. Завтра мне пока где одуванчики находить. Ой, ну я думаю. Я думаю, чего? Я думаю, только у Джин одуванчики, оказывается. Где одуванчики? Я думаю, только у Джин одуванчики. Только у Джин думал одуванчики? Да. А у нее одуванчики, у Юли. Юля. Ну да. Я буду называть ее Ёлка. Ну называй так, без разницы. Ну, ёлка, правда, это певица такая есть. Ну, всё. Ладно, всё на этом. Хватит. Всем пока. Да. Я был с вами. Да, всем спасибо, кто смотрел. Один спасибо тем, кто смотрел запись. Один спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на каналы на YouTube Shin Good Game. Также в Facebook Одноклассники. Всем удачи и до скорой встречи. Ещё увидимся. Я был с вами недолго, но...